нас такая представительная компания. Я даже волнуюсь немного. Я представлю всех. Я думаю, что на самом деле многие, точнее все, не нуждаются в представлении. Тем не менее, давайте проговорим. Алексей Мальнев, он руководит Центром мониторинга и реагирования на инцидент JET. Дальше у нас идет... Добрый день. Да. Тимур Хабаров, руководитель Центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Бизон. Алексей Мальнев, это я тебе уже сказал. Иван Мелехин, директор СОК информзащиты. Добрый день. Там дальше у нас Сергей Голованов, главный эксперт по безопасности лаборатории Касперского. Всем добрый день. Удивляло, что у тебя нету какой-то директор там или большой начальник. Ну, зачем нам директора? Буду техническим специалистом здесь. Алексей Новиков, директор экспертного центра по безопасности Positive Technology Expert Security Center. Всем привет. Технический специалист и единственный в галстуке. Да, по-моему, ты единственный технический специалист и единственный в галстуке. Игорь Кубышко, руководитель Security Operation Center Тинькофф Банк. Всем привет. И Алексей Лукацкий. А я лось, просто лось. Да, вот Алексей, даже не знаю, как вас представить. Блондином. Всемирно известный эксперт по информационной безопасности. Коллеги, слушайте, вот сегодня хотелось проговорить, наверное, чтобы было полезно аудитории, и поэтому мы на самом деле вместе готовили вопросы, вы их видели. Давайте начнем с того, что была предыдущая сессия, я к своему стыду пропустил ее, но там тоже говорили про новые угрозы, про новые атаки, которые сейчас возникли. Вот хотелось бы вашего мнения, как со стороны тех, кто защищает, наверное, все со стороны, кто защищает, и со стороны, я имею в виду, организации, со стороны компаний, которые защищают. Видите ли вы какие-то новые угрозы или какие изменения произошли? Это два, наверное, разных вопроса, потому что, ну, то есть все-таки какие изменения произошли и есть ли какие-то новые угрозы? Давайте, наверное, не знаю, по порядку там. Я бы сказал, что увеличилось количество угроз. Это первое, что заметно. То есть мы увидели, ну, я думаю, как здесь выступлю капитаном очевидность, что выросло очень сильное количество DDoS-атак. То есть в некоторых случаях это в разы, в некоторых случаях в десятки раз, где-то там на 50-100%, все зависит от отрасли. Да? Вот в финансовой сфере мы видим где-то, ну, как минимум в несколько раз, это как минимум. Да? И также мы видим, и это причем как мы изначально так и решили, что, скорее всего, все, что касается таргетированных угроз, это проявится там, в течение... не сразу, да, то есть это DDoS-атаки, это самое страшное, да, самое сложное будет как бы впереди, и вот мы видим, как планомерно увеличивается нагрузка на периметр наших заказчиков, и видно, что количество таргетированных угроз, точнее попыток их реализовать, их серьезно растет, причем как будто растет больше, чем в марте, то есть в настоящий момент наблюдаем. Поэтому если говорить про типы атак, то каких-то, наверное, там инновационных, там каких-то новых вещей мы не увидели, но увидели большой всплеск. И повторюсь, что, наверное, ожидаем самую сложную ситуацию там, в ближайшие месяцы. То есть, как правило, как известно, таргетированные угрозы реализуются в течение ну, иногда месяца, два, трех, там, в зависимости от сложности. Да? И вот как раз, наверное, сейчас, во втором квартале, в третьем квартале нас ожидает самая сложная ситуация. То есть будет какой-то взрыв, наверное, ну, то есть какая-то волна запланированная, так? Ну да. Тимур, ты как твое мнение? Ну, я здесь, наверное, поддержу предыдущего оратора. То есть угрозы, наверное, как таковые остались прежние, то есть те же самые техники, те же самые тактики, но их стало просто ну, в разы больше. То есть, опять же, да, там, повторяюсь, предыдущего оратора, увеличилось количество угроз. Но единственное, наверное, я бы отметил, из нового, ну, вернее, не, как бы это там хорошо забытое старое, просто как бы ранее это не так сильно, наверное, часто
про это говорили или это встречалось на практике, это когда вместе с обновлениями легитимного софта, особенно какого-нибудь open-source, ну, может прилететь что-то неожиданное, как бы, ну, начиная там от каких-то политических лозунгов и призывов к каким-то политическим действиям, ну, заканчивая там выводом из строя функционирования, ну, там, той или иной библиотеки, того или иного программного обеспечения. Вот это, я бы сказал, наверное, сейчас такая угроза, которая, ну, там будет становиться все актуальнее и актуальней. То есть... Но это обновление open-source библиотек или все-таки есть уже платные решения, которые включают в себя, ну, бывшие платные решения, наверное, которые включают в себя обновления какие-то, ну, нелегитимные? Ну, про платные решения, скажем так, подтвержденных фактов, с которыми сталкивались непосредственно мы, я вот не вспомню. Вот, там слухи ходят, да, про определенных вендоров, про определенное программное обеспечение, что там те или иные вещи, там, ну, не знаю, там функционировать программное обеспечение перестает работать, например. То есть я сказал, что ходят слухи, но там лично я, как бы, каких-то подтверждений с этим не сталкивался. Спасибо. А, Иван, вы что-то видите новое или какие изменения произошли? Мы тактично будем все замалчивать первый вопрос про какие изменения произошли, да? Ну, да, я все-таки позволю себе прокомментировать. На ваш взгляд, изменения произошли кардинальнейшие, как бы ситуация изменилась. И вот тот вот уютный розовый технологический мир, безопасный, он немножко стал другим, причем совсем. Вот. И там те угрозы, которые сейчас реализуются, они реализуются для тех компаний, которые там полтора месяца назад вообще даже не думали об этом совсем ни разу и никак. Мы это тоже действительно наблюдаем. С точки зрения технологических там, атак, скорее всего, нового ничего пока нет. Но то, что было раньше, возросло в разы. То есть ну, атаки шифровальщиков, зашифрованной инфраструктуры сейчас попадаются там компании, которые, ну, вообще ни к чему не относились раньше, не входили в группу риска. Сильно возрос количество атак на Exchange, то, что мы видим через Proxy Shell там. Иногда даже влезают какие-то древние, видимо, кем-то законсервированные internal blue, тоже выскакивают. В общем, уровень атак возрос, их, скажем так, сложность возросла, их последствия стали гораздо более критичны. Сергей, ты как на передовой? Если говорить про цифры, то могу просто сослаться на статистику с наших продуктов. Количество рассылок с вредоносным вложением возросло, количество фишинговой рассылки возросло, количество сайтов на ту иную тематику после 24 февраля возросло. Единственное то, что вот изменилось, и прямо вот в графиках это четко видно, это первый график, это телефонное мошенничество. Значит, было, наступает 24 февраля и в ноль падает. И, соответственно, дальше по ступенечке потихонечку начинает там раз в неделю, раз в две недели сделать такую ступеньку и возвращается на исходные позиции. Второй график, который сделал после 24 февраля такой же примерно фокус, это шифровальщики. То есть, причем, которые атакуют компании на территории России. Были, 24 февраля, в ноль. И третий график, который точно такой же показал картинку, это график публикаций всяких сливов, карточных дампов и так далее в Telegram и в Дарквебе. Соответственно, если посмотреть просто количество сообщений, которые публиковалось, то 24 февраля их начало публиковаться гораздо меньше. А все остальное, соответственно, DDoS-ы, да, атаки там, на периметр, да, возросло. Ну и опять же, если говорим про что-то вот новое, прям вот чего не было там в 2014 году, в 2008 году, я скажу так, что никогда у другой стороны не было государственной поддержки. Вот это то, что новое изменилось, чего никогда не было, и самый вот как бы вопиющий, на наш взгляд, это то, что происходит, например, в Австралии, где правительство фактически легализовала любую деятельность противоправную на территории России и не будет экстрадировать своих граждан и как-либо преследовать своих граждан, которые участвуют вот в этом конфликте. Вот это новое. Этого никогда не было. Слушай, а как это влияет, как ты думаешь, отключение, ну, средств защиты? Я имею в виду, что все перестали обновлять средства защиты. Это усложняет выявление атак и противодействие им? Или скорее это не связано, и, ну, то есть все используется, все то же самое? Просто скажу, просто опыт. Значит,
после 24 февраля несколько было жутких недель, когда были боевые выезды, прям с вайпанием информации, то есть с уничтожением данных, там, с хищениями и так далее. Спустя где-то месяц люди, они потеряли доступ к инфраструктуре. И начались всякие истории про то, что мы вам дадим 200 тысяч рублей, запустите эту программку, получите 2000 долларов, вот это все началось. И если мы говорим про то, влияет ли вот бан на обновление, скажем так, то на текущий момент нет. Если бы это бы влияло, люди бы с другой стороны не платили бы такие бешеные деньги за восстановление доступа. И второе, то, что мне вот очень понравилось, ты сказал, что огромное количество баз, мы действительно видим всплески, прям начали летать базы, но зачастую то, что, по крайней мере, я видел по Threat Intelligence, это гоняют в основном там одну и ту же базу и выдают ее все время за новый как бы этот сэмпл. Сэмпл там как бы не меняется внутри. То есть огромный объем перекачиваемой информации, которая не содержит в себе ничего нового. Они по-разному скреплены, из разных кусочков состоят, но по сути это там одна и та же база. Согласен. И более того, вот у нас уже, как бы, вот если почитать телеграм-каналы, уже несколько раз украли исходные коды. И это все тот же самый архив, где копирайты там лаборатории Касперского 2007 года. Но вот под разными соусами он преподается как новый. Но еще разок, боевые-то инциденты, скажем так, с доставкой, он был? Был. Ну, из Центрального банка тоже сказали, что украли там какой-то огромный объем данных. Потом, если посмотреть в этот объем, это публичная информация, в общем-то. Да, они освоили VGET-R. Леш. Не завидую последним двум, кто здесь в ряду сидит. А на самом деле, действительно, соглашусь с коллегами о том, что с 24 февраля, я назову это по-другому, работа стала значительно больше. Выходных меньше, ночей тоже меньше и зачастую значительно короче. Интересно, это максимальное освещение в каких-то там пабликах, публикации, в Твиттере и попытка привлечь внимание ко всему, что более или менее может оказаться похожим на взлом, утечку и так далее. То есть работа злоумышленников как таких пиарщиков, которые всячески пытаются рассказать о том, что якобы они великого сделали и хорошего, она во многом составила очень большое количество шума, на которые многие отвлекались и смотрели, перепроверяли, насколько эта история правдива и неправдива. Особенно для тех, кто столкнулся с такими историями впервые. И второй фактор, который я хотел бы там акцентировать внимание, это о том, что на текущий момент ряд организаций действительно столкнулись с инцидентами и не думали о том, что они могут быть кому-либо интересными. Потому что на текущий момент целью стало вообще просто атаковать любую российскую организацию, любой российский айпишник. И в ход пошли действительно там давно известные старые уязвимости, публичные эксплойты. И в ход они пошли против тех организаций, которые об информационной безопасности вообще никогда не думали. И это, соответственно, новая история на текущий момент. Я думаю, что многое количество компаний задумалось об своей информационной безопасности после 24 февраля. А так действительно количество атак растет, DDoS-ы растут. Меня прям начали переубеждать. У меня была мысль, что все-таки некоторый хайп в этом присутствует. И есть действительно волна DDoS-атак, но если посмотреть на 80% этих атак, они совершаются непрофессионалами. Новых векторов не появилось, но количество этих атак действительно возросло. Но чтобы ты, Леш, я с тобой согласен, наверное, с последним двум в этом ряду будет сложно то же самое проговаривать. В принципе, я думаю, что все вот с этим согласны. А что делать с этим? Вот давайте поменяем тогда вопрос с другой стороны. Посмотрим на это с другой стороны. Это намного легче, да. Никто не говорил, что будет легко. На что стоит обратить внимание? Стоит ли на что-то новое обратить внимание в связи с тем, что, ребята сказали, нужно ли что-то по-новому делать или по-другому с точки зрения векторов атак?
Ну, на самом деле, если там возвращаться к первому вопросу, да, то, как уже сказали коллеги, вот, да, я с ними согласен абсолютно. На самом деле, если посмотреть немножко с другой точки зрения, что да, вот эта вот вся история с хайпом, все, ну, там, не знаю, любой школьник, который может зайти в Телеграм и может там из себя строить крутого там хакера, ну, по сути, они просто, ну, бьют такой массовой истории, да, и есть другая сторона медали, что, в принципе, с точки зрения ИБ, да, оно начинает привлекать уже там с разных сторон людей, да, там, вот. Что касаемо, если говорить, что делать. Из такого, с чем, как бы, как мы сталкиваемся, так и нас приглашают там в качестве там экспертов на реагирование, это довольно часто сейчас стали появляться атаки типа supply chain attacks. Да? В принципе, атака не настолько как бы молодая, да, вот, она там появилась намного там, и 3 года назад, и 4 года назад говорили о такого рода атаках. Но вот новый виток она начала получать вот только вот сейчас. Да? Например, там, не знаю, атака типа там Log4Shell, да, которую мы там узнали о ней там, буквально там, в ноябре, в декабре, вот, и многие компании боролись с этими уязвимыми библиотеками. Вот. Но на самом деле, как бы, мы прогнозировали, что такие атаки будут появляться. И, конечно, здесь нужно внедрять такие там средства, которые будут позволять анализировать источники с open source кодом. Вот, при внедрении, там, например, на какой-нибудь прод можно вставлять те же самые анализаторы, которые будут выявлять там какую-то вредоносную активность. Ну и плюс вести, конечно, реестр тех библиотек, которые там используются в вашей инфраструктуре, чтобы при появлении того или иного TI, который там прилетает к вам от коллег, либо там прилетает просто от компаний, которые столкнулись с той или иной там уязвимостью в библиотеке, вы могли быстро поискать у себя в инфраструктуре этот код, да, и попытаться прореагировать проактивно до того момента, когда там злодей начнет активно эксплуатировать эту уязвимость. Вот. Ну, наверное, как-то так. Алексей. Я бы добавил к тому, что было сказано. Наверное, действительно, атаки мало поменялось, вспоминался профиль. Там тот же самый DDoS, если раньше он был во многом такой волюметрик, и многие как бы делились, с какой атакой они столкнулись, отбились, там 10 гигабит, кто-то говорит, а у нас 600 гигабит, кто-то говорит, а у нас 1,5 терабита уже пошла атака. Сейчас как бы картинка, она пошла наверх в сторону прикладных вещей. Да, там появились какие-то вещи, отчасти теоретизированные ранее, TCP amplification, то, чего раньше встречалось редко, сейчас стало больше. Ну и то, о чем, наверное, те же самые регуляторы почему-то умалчивают, что тот же самый DDoS активно пошел изнутри страны. То есть, как бы, да, заблокировали IP-адреса зарубежные, запретили читать почту с доменов .com.org и так далее, но при этом те же самые злоумышленники активно арендуют VPS в России, организуют атаки изнутри, и что с этим делать, не всегда понятно. Ну и вот эта неприятная тема, связанная с... Сергей сказал, то, что отдельные государства прямо как бы кооптируют в свои ряды хакеров, которые будут действовать против России. Там то же самое из сопредельных государств, там, с Польши, с Прибалтики, с Румынии. Множество IT-компаний, и, как бы, знаю примеры, когда они прямо кооптируют внутри офисов хакеров, которые будут атаковать российские сети. То есть IT-компания, зачастую компания, которая занимается кибербезом, она откровенно говорит, а мы будем вот атаковать российские организации. И это тоже то, чего раньше не было. То есть, казалось бы, сами атаки вряд ли сильно изменятся, которые они будут использовать. Но то, кто стоит за этими атаками, ситуация поменялась достаточно сильно. Так же, как и supply chain.
Наверное, про это говорили и там уже не один год, и многие так или иначе про это вспоминали, но когда у тебя обычный счетчик, который там в виде скрипта раньше подгружался с какого-то внешнего сайта, которому ты не то чтобы доверял, ты никогда и не проверял этот как бы счетчик, что там внутри этого кода. А сейчас приходится любой внешний скрипт отслеживать, чтобы, не дай бог, не появился какой-то призыв политический, чтобы тебя потом не прижали за то, что ты поддерживаешь и дискредитируешь одних, и поддерживаешь других. Тоже вполне реальные кейсы. И вот эта модель Zero Trust, которая придумывалась для совершенно других задач, сейчас она заиграла новыми красками, то есть доверять никому нельзя в принципе. Поэтому, на мой взгляд, когда там идут рекомендации о том, что вот западных вендоров, их надо блокировать обновления, а все российские обновления ставить не задумываясь, но, на мой взгляд, это в корне неверный подход, потому что, ну, мы прекрасно понимаем, что через supply chain можно засунуть все, что угодно там, в библиотеку, которую используют российские вендоры, потом, не глядя, это раскатают там, на десятки тысяч компьютеров внутри страны. То есть подход, в зависимости от того, откуда прилетает что-то вредоносное, он, на мой взгляд, неверен. То есть границы здесь безопасности нет, и это надо учитывать. Так а что делать? Блокировать вообще все обновления? Слушай, ну, блокировать-то отчасти да, что-то надо блокировать, что-то надо правильно провести инвентаризацию и понимать, что у нас есть. То есть open source есть, а чей он? А знаем ли мы тех же самых разработчиков, откуда мы скачиваем, а запустили ли мы CI/CD практики примитно к патчам, как это раньше делалось, к open source, ну или не делалось, пора бы, может, уже и запустить. То же самое обновление для там, Threat Intel, а туда прилетает то, что мы хотим, или то, что хотят, чтобы кто-то, чтобы туда прилетело, проверяем ли мы его. Ну и тому подобные вещи. То есть на самом деле рекомендации-то все даны уже не первый год, просто их надо начать наконец-то применять. То есть по сути это Zero Trust вообще во всем. Ну то есть все, что поступает, любая информация. Да, в том числе и к своим сотрудникам. Вот примеры с, там, за $2000 установи программку внутри сети. Это же реальность, поэтому да, доверять своим сотрудникам тоже. К сожалению, как бы доверяй, но проверяй. Да, вот спасибо большое. Как раз хотелось... чуть больше остановить. Сейчас Иван хотел дополнить, да? Маленькую ремарку сделаю. Правда, Алексей уже далеко ушел как бы от того, что я хотел сделать ремарку, но смотрите, что еще стало, на мой взгляд, заметно. Вот коллеги говорили, там пиар, там любой школьник в Телеграме, Твиттер, там каналы, тудым-сюдым. А вот нет ощущения, что с точки зрения контрпиара мы просто были вообще не готовы. Мы как бы вот, я бы сказал, эту историю сливаем, потому что ни одного внятного пиар-релиза, допустим, или какой-то пиар-компании, или пиар-противодействия по всем тем взломам, сливам и слухам, которые шли, не было. Все узнавалось там окольными путями, из телеграммов, из чатиков, из каких-то утечек. Ну вот, то есть вот этот еще момент, который, ну пока мы там не ушли глубоко в технарку, нельзя все-таки забывать о том, что освещение с двух сторон должно быть адекватным. Вот с той стороны освещение такое широкое, все про все говорят, а вот с этой стороны как-то... У меня все работает. Я не соглашусь на самом деле, потому что ряд компаний, к моей большой радости, ну честно, прям признались о том, что у них произошел инцидент, почему у них не работает инфраструктура и ориентировочные сроки восстановления работы сервисов и так далее. Поэтому компании, ну, они просто... не заинтересованы в том, чтобы это массово из каждого утюга рассказывать о том, что, ой, простите, у нас случился инцидент информационной безопасности. Но, тем не менее, ответная реакция, публичная ответная реакция, она у ряда зрелых компаний была. Но при этом было какое-то сообщение абсолютно бредовое с точки зрения операций, банковских операций, что анонимусы там возьмут и украдут все деньги с каких-то карт. Мне даже люди приходили, спрашивали, правда ли этот бред. Я говорю, что это технически как бы, ну, это так не работает просто. То есть, и все равно это было распиарено, люди испугались некоторые, да, то есть оно так просто не работает. Поэтому вот какого-то другого канала, я вот Ваню здесь подержу, что не было ни правительственного смысла, каналы. То есть, действительно, некоторые компании больше начали освещать, но какого-то массового пиара
с нашей стороны его как бы скорее не было. Какие-то, ну это бред же про анонимус. И у меня к тебе, кстати, был вопрос, Леша, а вот с точки зрения все-таки supply chain, вы как компания, которая продуктовая все-таки и заботится, делает продукты по безопасности, у вас, наверное, ну, какой-то должен быть тройной контроль того, что к вам поступает, и для вас это персональная ответственность, наверное, репутацией за то, что вы делаете. Да, действительно, supply chain – это, с моей точки зрения, наиболее сложная и тяжелая проблема, которая на текущий момент присутствует в информационной безопасности. Мы как компания о supply chain начали говорить еще года 4 тому назад, потому что сталкивались с инцидентами, с расследованием инцидентов, когда именно это был один из векторов либо проникновения, либо когда специально злоумышленники попадали в вендоров различного программного обеспечения для того, чтобы развить атаку дальше. Громкие инциденты, связанные с supply chain, я думаю, все у нас в комьюнити, в отрасли прекрасно знают. И тут действительно, когда ты являешься вендором, то тебе необходимо разработать ряд критериев, ряд подходов, которые бы позволяли контролировать то, что у тебя попадает потом в финале к твоим клиентам, которые пользуются твоим дистрибутивом, и контролировать то, что попадает, грубо говоря, внутрь компании. Для нас это действительно один из приоритетов, то есть это один из тех недопустимых событий, которые мы как компания видим. Что вы делаете? Все так в общем рассказывают, расскажите, чтобы было полезно ребятам, которые придут к себе и что-то сделают. Да, на самом деле мы как компания там смотрим те подходы, которые у нас сейчас используются, и находимся на этапе там формирования методики для того, чтобы ее дальше там поделиться и показать. С отраслью, там, послушать какие-либо предложения и так далее. То есть понятно, что когда мы имеем дело с open source, с какими-то заимствованными библиотеками, то необходимо шлять ряд контролей, откуда они пришли, когда они пришли, не допускать, как бы это страшно ни звучало, автоматизации выпуска и прохода там, по всей ветке каких-то новых обновлений пакетов. Ну и надо контролировать, что там изменилось в самих пакетах. Для нас основные триггеры – это наличие, допустим, новых секретов, которые там появились, наличие различных параметров, которые на вход принимают какие-либо данные. То есть мы тогда анализируем, что там поменялось с точки зрения, откуда эти параметры берутся. Ну и ряд еще там технических критериев, которые у нас в компании реализованы в проекте. Слушай, крутые критерии, очень прикольные критерии. Я как-то сейчас подумал, что действительно, ну, клевые критерии можно использовать. Вы же тоже этим занимаетесь? Ну да, но мы как бы все-таки больше нацелены все там source, composite, анализ решения, больше нацелены на поиск уязвимых компонент, а вот закладки все как-то плохо ищут. Ну, то есть прям плохо. Ну, то есть и таких прям решений, там, Checkmarks, он, правда, он израильский, да, он еще, видимо, не ушел. Тут вопрос в том, что ты должен искать не закладки, а ты должен четко понимать, что у тебя поменялось в твоем пакете. А дальше, потому что одно и то же изменение в зависимости... Кто-то должен определить, фича это или бага. Да, да, то есть в определенный момент времени это либо закладка, либо это... Хорошая фича для кого-то. Так, можно я вклинуть в этот разговор? У нас тоже есть как бы исходники, да, мы тоже их охраняем. И ты сказал, что нельзя автоматически деплоить. Смотрите, значит... В определенных этапах. А. Ну, то есть вот эта вот история, то, что там появилась новая библиотека в интернете с циферкой на единичку больше где-то. А, у вас раньше так было? А, вот это клевая штука, да. Но много у кого это видели. К сожалению. Вы деплоите автоматически, я понимаю, Серега. Нет, нет, я сказал, автоматически деплоите, сразу волосы зашевелились. Смотрите, могу сказать, что у нас, например, учитывая, что появились сообщения о том, что там за $2000, значит, что-то там предлагают, у нас увеличилось время код-ревью. Соответственно, если раньше у нас сидит разработчик, и должно быть там... какой-нибудь синьор, какой-нибудь там проверять исходники, то, что там этот джуниор там сделал. И если раньше у нас там период это, ну, там был несколько дней, скажем так, то сейчас это прям пару недель.
И это касается всего. Соответственно, никакой код не будет ни подписан, ни куда передан без дополнительного согласования. И опять же, все четко соблюдаются именно процедуры, то есть кто что ревьюет. Обязательно проверка финальная там на сайнерах, уже когда уже готовится все это в отгрузку. Ну и опять же, то есть отзывов вот такого не допускали. И, соответственно, вот не первый год с этим работаем. Соответственно, вот единственное, что вот изменилось, это еще раз вот время код-ревью. Оно увеличено. Я бы попросил обратить внимание аудитории, почему мы так глубоко обсуждаем этот вопрос. Если честно, что ну, то есть меня он лично волновал еще, наверное, году в 15-м. Я нашел свою презентацию, где я рисовал, что это слишком простая атака, чтобы не быть как бы реализованной, потому что ну, там, сламывать инфраструктуру компании достаточно тяжело, проще подломить аккаунт на GitLab. И вот если компании продуктовые занимаются действительно безопасностью, они могут себе позволить не скачивать большое количество библиотек из интернета, скорее всего. Ну, то есть продукт более-менее стабильный. А вот компаниям, ну, таким типа, наверное, Тинькофф там и банковского сообщества, наверное, сложнее в этом плане, потому что разработчики достаточно много кода качают самостоятельно из интернета, качают через прокси-репозитории, и тут, наверное, нужны жесткие и резкие меры, такие как запретить вообще, в принципе, скачивание из интернета разрабом библиотек, ну и правильно объяснить, зачем это делается, поставить через прокси-репозитории, на прокси-репозиториях включить соответствующие контроли, и это выглядит одним из крайне важных направлений, на которые ну, точно надо обратить внимание и заняться этим. Ну смотри, я бы еще как бы немного повернул эту часть, потому что мы опять стали углубляться в детали, которые не для всех актуальны, потому что не у всех есть вот полноценная разработка, но при этом у большинства есть те же самые счетчики на сайтах или скрипты, которые они берут чужие, в которые тоже надо проверять. И ты действительно к ним не применишь ни тот же самый, ни SAS, ни DAST, потому что там нет уязвимости, там просто некая срабатывает в определенный момент времени или при определенных условиях там процедурка. И здесь есть базовые вещи, которые, очевидно, можно и нужно проверять. Например, упоминание слова или упоминание конкретной страны. Потому что большинство вот вещей, которые сейчас появляются в виде лозунгов, в них всегда присутствует там девиз, там слава и конкретная страна. И вот если только одну страну искать, уже можно отсекать достаточно большое количество вот этих новых образований, которые появляются в скриптах, да и в исходниках в том числе. И второй момент, то, что вот с NPM-ами было, когда они начинают срабатывать, вредоносная функциональность, когда у тебя айпишник, соответственно, в диапазоне русского там, рунета, русского пространства, российского пространства интернета. Соответственно, отслеживать такого рода проверку, ее тоже достаточно легко. Вот, и это тоже некий фактор, который позволяет выявлять те или иные недокументированные ранее возможности. Хотя все остальное, безусловно, проблема действительно нерешенная. И в автоматическом режиме нерешаемый код-ревью, о котором сказал Сергей, это задача важнейшая. К сожалению, 99% компаний не в состоянии реализовать это своими силами, потому что там даже безопасника нет, а все делает айтишник. Понятное дело, что здесь должен рано или поздно появиться какой-то сервис облачный, который позволит в упрощенном режиме за небольшую копеечку проверять такого рода коды на предмет разных явных вещей. Как шлюз, но ведь все равно останется, вот что меня в Log4Shell конкретно напугало сильно, что ладно, мы можем найти уязвимости в рантайме, ну то есть у себя, найти, из чего были собраны там проекты, можем найти в прокси-репозиториях этот Log4Shell, можем найти даже на периметре попытками эксплуатации его, даже посмотреть, где он глубоко в инфраструктуре сдетонировал, потому что ведь пакет, который пришел на фронт, может быть проброшен глубоко куда-нибудь внутрь в системы там, глубокого какого-нибудь аналитики и сработать где-нибудь в вашем ДВХ там, или в какой-нибудь шине, ну, то есть, которая написана на Java. Так главное
главная проблема, вот я Алексея поддержу, состоит в том, что есть куча вендоров, которые не сильно заботятся про свою безопасность, и вы от них получаете бинарник. И что в этом бинарнике содержится, какой Log4Shell или Spring4Shell, одному богу известно. И вот эта проблема, которая она чуть более глобальная и которая неуправляемая. Ну, то есть вы не сможете это своими силами как-то проконтролировать, только последствия там, эксплуатации той или иной уязвимости. И это достаточно серьезная проблема, которую надо решать с разных сторон. То есть ни одним шлюзом анализа кода, как бы, конечно же, это не решается. Да, ты хотел дополнить? Да, я еще хотел добавить, что supply chain может быть двух категорий. То есть, во-первых, это supply chain, который использует R&D, да, и здесь мы говорим о вендорах, о разработке. А вторая большая и не менее важная история – это история с сервис-провайдерами, с множеством подрядчиков, которые могут также быть атакованы, да, и инфраструктура компании, организации, она может быть взломана через этих подрядчиков. По сути, это тоже supply chain. Да? И вот как раз история с Log4Shell, да, это вот про вторую историю больше. Если мы говорим про R&D, да, то здесь есть концепции, в частности, мы, как моя компания, как сервис-провайдер, очень активно в этом участвуем. Это концепция DevSecOps. Там довольно-таки структурированная, многоэтапная история с защитой. Защитой на этапе написания кода, да, это вот те самые секреты. Это защита на этапе компиляция, это защита на этапе всяких докеров, там, кубернетиса и прочего, да, здесь уже формируются и уже некие специализации даже в соке, да, то есть, если говорить уже о мониторинге этой истории, да, точно так же, как там в промышленности, там, в мобильных устройствах, да, то есть есть свои особенности, то в соке здесь уже тоже появляются а-ля такие митры, матрицы, да, условные для DevSecOps, например, там, ряд техник и тактик, которые используются для реализации supply chain, да, и в R&D, да, там, ну, например, те же там конфигурационные конфигурации Kubernetes, образы, да, скомпрометированные заранее, которые вывешиваются. Ну, вот это все история там уже про такую специализацию, да, и в том числе соки должны учиться как бы работать и с этим. То есть проблема действительно очень большая. И при этом, с другой стороны, мы встречаемся с тем, и тоже от заказчиков, которые участвуют в разработке, мы это слышим, что зачастую и точнее всегда вообще разработчиков слишком сильно контролировать нельзя, да, то есть они могут легко там закопипастить, работая там по всему миру, проекты там, не знаю, Россия, Бразилия, Китай, Индия, да, могут кусок кода свой закопипастить, его куда-то там скинуть там другу, товарищу, да, там что скажешь, там и прочее-прочее. Вот где здесь нужно контролировать более жестко, да, где здесь нужно отпустить историю, да, это вот как раз требует очень такого гранулярного прям качественного подхода. История прям действительно очень важная. Я еще раз повторюсь, что, наверное, здесь мы увидим некую специализацию вот в сторону DevSecOps. Да, согласен. Мне кажется, за DevSecOps будущее, если честно. Ну, то есть и за контейнерной инфраструктурой. Потому что сейчас уже появляются решения, которые мне лично очень нравятся, когда базовая инфраструктура, она... Название придумали админ-лес, ну, то есть там даже SSH на нее нету, то есть ее даже, ну, как бы она захарджена полностью, то есть там выполняет определенные только функции, ее обслуживать невозможно, она работает только в том виде, в котором она была запущена, если вам нужно сделать там апдейт этой инфраструктуры, еще что-то, она просто перезаливается заново. Ну, то есть появляются новые контейнеры, и все уходит в DevSecOps и в... туда, в ту сторону, выше, и это, кажется, next level up и security operation центров, и следующего направления в развитии информационной безопасности. Серег. А можно я вам предложу вариант и про защиту от DDoS, и про защиту от закладок? Бесплатно? Бесплатно. Смотрите, у нас после 24 февраля мы сначала все в панике бегали и блэклистили айпишники. Потом у нас массово начали бегать и подключать GeoIP. Это про то, что Алексей говорит, то, что начали покупать VPS-ки в России и прочее. С VPS-ками немножко попроще, их не так много. И забанить там, как подсеть какого-нибудь там провайдера, это за милую душу. Так вот, следующий шаг, который вообще-то логичный, это не черные списки, а белые. И белые списки, с одной стороны, позволят нам решить проблему
с DDoS-ом, а во-вторых, со всеми вот этими сканерами, то же самое Log4Shell и прочее, оно же решит. Единственное, что... Белые списки на выход или на вход? На вход. На вход. На вход. Ну, то есть тебе хорошо, у тебя есть уязвимый код, и ты пускаешь только с белых айпишников, которые ты знаешь, твоих клиентов. А всех где остальных... гарантия, что белый айпишник все еще белый? Подожди. Я просто это к чему? То, что вот сейчас у нас в черных списках просто там десятки миллионов айпишников. И, может быть, сделаем список белый, то есть вот которых вот, то, что ты говоришь, на текущий момент, вот у тебя есть телефон, да, у тебя там есть сейчас выходной айпишник, вот его и добавим. И через я пару недель... что этот белый все еще белый. Как ты будешь доверять этому белому списку без контроля того, что там происходит с той стороны? Поставь антивирус Касперский, я тебе скажу, что ты до сих пор белый. Не, ну... ты антивирус подожди, продаешь, я не понял. Подожди. Я просто вам объясню, в чем прикол. Мы долго, очень, несколько лет подряд ржали над чебурнетом. Но если мы сейчас продолжим банить и добавлять черные списки, мы этот чебурнет сами построим. Так, может быть, скажем себе, все, ребят, хорош. Теперь белые списки. Теперь строим. Будем открывать. И все в той идее, которую достаточно давно Женя продвигает. Интернет по паспорту. Интернет 2, который как бы независимый. Потом мы следующий шаг. Давайте перейдем на свой IP версии 5, чтобы никто нас не мог атаковать. А все закончится тем, что интернет нафиг не нужен, потому что нет интернета, нет атак. Сегодня же прошла как бы информация в СМИ, что с блокировками и так далее уменьшилось количество фишинговых атак. Раз мы блокируем, значит, у нас так уменьшается количество атак. Следующая логика: нет, давайте отключим интернет вообще, у нас атак в принципе не будет. И вернемся к блокнотам. У нас есть примеры руководителей, которые до сих пор с блокнотами ходят. По поводу фишинга и прочее. Меня сейчас напугал, у меня несколько блокнотов. Несколько, у меня три. Фишинга стало больше. А я еще помимо компьютера. Да, извини, пожалуйста. Фишинга стало больше, он стал таргетированный. И ты знаешь, когда идет фишинг с айпишника Киевстар, очень много вопросов, а почему этот айпишник до сих пор не в блэк-листе? А когда с Роскомнадзора? Но это не означает, что нам мы не перестанем реагировать, да. То есть у меня была идея, например, добавить весь Proton Mail в карантин. Ну, то есть, чтобы его разбирали руками. Там приходят 3 письма в год, но как бы большинство попыток сфишить, то, что я видел, не большинство, некоторые попытки сфишить приходили конкретно с этого провайдера облачных услуг. Ну, так, хорошо. Письмо с Proton Mail. Хорошо. Proton VPN. Можно заблокировать весь? Его можно поставить на дополнительный контроль. Хорошо. Ну, а Tor? Ну, Tor, конечно, заблокирован должен быть. Ну, в моем понимании. Так, может быть, все-таки через полгода мы вернемся про белый список? Возможно. Как доверять этим белым спискам? Вот как гарантировать, что этот ресурс, который вчера был добрый, все еще не взломан? Тимур, ты как думаешь? Ну, мне кажется, идея с белыми списками, ну, в отношении IP-адресов на вход, в принципе, нереализуемая. Она как бы реализуемая в B2B, возможно, приложениях, ну, когда мы там корпсеть с корпсетью взаимодействуем, там как бы логично плясать от белых списков, но с B2C-приложениями это, в принципе, нереально. Дим, вот вы готовы как бы в своем онлайн-приложении? Да, я сразу задумался, как это можно сделать. Если бы я так делал, я бы взял серый список, назвал бы его. То есть это взял бы за полгода статистику, кто с чего приходил, назвал бы его условно серым списком, а потом бы как-то копался в этом. Но это какой-то миллион-миллиард айпишников и подсетей, и среди которых могут быть как хорошие, так и плохие устройства. Ну, но здесь, по крайней мере, на дельту, которая новая появляется, можно реагировать. Ведь можно не блокировать там совсем жесткая мера, а взять, назвать вот это серое, не знаю, там до 24 февраля, а то, что новое, к нему применять дополнительные, не знаю, вот в Security Operation Center ставить там плюс 15 баллов к скору подключения к этому, там, с этого IP-шника, ну, условно. Ну, то есть, и вот чуть-чуть смотреть, как оно будет. То есть, идея, на самом деле, неплохая. Ну, то есть, совсем блокировать, наверное, нет, но вот что-то вокруг этого сделать, это было бы разумно. То есть, все, что новое подключается, или все новые адреса, на которые пытаются выйти сервера, которым разрешен доступ, тоже можно, ну, не карантинить, но, по крайней мере, там, как-то дополнительно считать это рисковым выходом. Ну, еще про НАТО не надо забивать историю, когда у нас там за одним белым айпишником сидит сотни тысяч, как бы, провайдерских клиентов.
не блокируя один адрес, мы как бы там сразу блокируем да, да, ни одному это, человеку так, доступа. Так не получится, да, то же самое. Доступ. Да, мы не говорим о IPv6, да? Давайте не будем забывать, что еще такая часть есть, которая довольно сейчас активно внедряется в ряде компаний, вот, в ряде решений. Блокировать либо не блокировать, это, конечно, ну, такой риторический вопрос, вот, особенно для человека, который работает там в СОКе. Вот. Как по мне, ну, то есть самая большая проблема – это не в том, то, что там провести анализ, да, а в том, что как это поддерживать. Вот. Актуальны как раз эти списки. Вот. То есть это либо должно быть какое-то комьюнити, да, на общем, там, не знаю, там, российском уровне, которое поставляет этот там TI, вот, да, и, собственно, говорит, что типа вот, вот там вот 80% IP-адресов, которые мы там проанализировали, они там по таким-то прозрачным там параметрам являются невредоносными, у них там такой-то скор, и их можно там добавить там в белый лист. Но это, как по мне, такая утопичная история. Вот. Все мы сталкивались с тем, то, что создать там общий такой общий TI, оно, к сожалению, не увенчалось успехом, но, возможно, это стоит там еще раз к этой задаче. Не, ну, то, что мы продолжаем прорабатывать вот с тобой, вот это все-таки я в это верю, и я пока не услышал, что веришь ты ли в это, но машинное обучение, мне кажется, здесь может помочь. Вот, ну, касательно машинного обучения, да, то слово в Тинькофф, которое нельзя называть, вот. Как по мне, на самом деле, ну, подход Zero Trust, он как раз основывается на том, то, что если там будет какой-то проверяющий автомат, который будет говорить, что, например, там, не знаю, тот или иной контейнер на текущий момент, он там разобран там, по полочкам, понятно, что он делает, и мы считаем, что эта активность, она легитимная, тем самым можем применить там подход машинного обучения, и если вдруг у контейнера появляется какой-то новый функционал, который, в принципе, не должен был появиться на этапе сборки, то, собственно, тут уже алертовать, да, и добавлять там какой-то, возможно, там риск-скор. Как вариант, в принципе, подход рабочий. Мы там даже проверяли, да, на каких-то базовых вещах из серии того, что, ну, вот мы знаем конкретно сервер, знаем, как он работает, его можно просто, ну, запрофилировать, сказать, что типа этот сервер может ходить там на 10 там, IP-адресов, и у него там есть определенные, там, не знаю, там десяток функционал, десяток там скриптов, которые на них крутятся, они, в принципе, понятны, и при появлении чего-то нового на это реагировать. Вот. Но тут возникает вопрос масштабов. Да? Все сервера так просто не запрофилируешь, вот, но и как бы профилирование как раз возникает проблема в чем, да, то есть что нужен человек, который это сможет сделать. И как раз вот если использовать там подход машинного обучения, что как мне кажется, да, там в будущем, ну там в ближайшие там 5-10 лет, это должно очень неплохо выстреливать. И в новых решениях информационной безопасности, которые сейчас выпускаются там различными стартапами, там, в принципе, они все рассказывают про email, вот, у кого-то это там картинки, вот, а у кого-то, в принципе, такие небольшие прикольные модельки, которые работают. Вот. У кого-то. Иван, ты хотел дополнить, да? Можно? Я, наверное, сегодня выступлю так это, в роли такого тормоза и человека-флэшбэка, который откатывает дискуссию назад. Мы уже улетели в machine learning, но мне кажется, когда мы разговаривали про белые списки, блокировки, дым-сюдым, мы как-то упустили один момент. Но мы же все как бы соки, да, мы не только на периметре сосредотачиваемся, да, и вот эта история с supply chain атаками, там, log4shell, ну окей, очень сложно, действительно, я со всеми соглашусь, предотвратить, чтобы это к тебе залетело, да? Но нормально же сок всегда мониторит на многих стадиях развития атаки, да? Ну, не отловим на залете, отловим на там, эксплуатации привилегий или на боковом смещении, там, или вендорский там, MDR, либо сок. Не нужно, мне кажется, не нужно настолько накалять, что вот атаки supply chain или тот же log4shell, это все вот атомная бомба, оно к тебе влетело и все, все умерли. Если... Было неприятно. Да, ну,
все равно, если ты не анализируешь там весь код всех библиотек, то как бы все, больше делать нечего, надо закрываться. Методы есть, и все присутствующие здесь на сцене коллеги, я думаю, замечательно могут выявить дальнейшее развитие подобного рода атак и предотвратить... Ну да, безусловно, все-таки безопасность, она многорубежная, и все работают во многих рубежах информационной безопасности. И это, наверное, правильно, просто здесь, мне кажется, разговор больше о том, что стоит уделить внимание этому направлению, потому что он будет развиваться, и вообще, в принципе, харденинг инфраструктуры жесткий, и админ-лесс инфраструктура, и контейнеризация приводит к тому, что вообще вся security уходит куда-то в рантайм, в раннеры, в то, как CI/CD устроен, в то, как правильно собрать код, как код этот работает, и вот куда-то туда. Либо, не знаю, либо мой фокус туда смещается, либо, но я бы рекомендовал туда думать и обучаться этому, и смотреть на контейнерную инфраструктуру. Все это будет. Ну, по большому счету, то, что ты говоришь, оно касается все-таки не очень большого количества компаний. Там львиная доля, а по мере там, национализации, огосударствления российского бизнеса, многие будут уходить в гостех, гособлака и тому подобные вещи. И там то, что ты говоришь, оно для большинства заказчиков вообще не работает, потому что это не их инфраструктура, кто-то ее разработал по непонятно каким правилам, и у них стоит задача мониторить чужое, к чему им далеко не всегда дают даже доступ. Это совершенно новый, ну отчасти новый подход к мониторингу чужой инфраструктуры, когда у тебя все в аутсорсинге, а сейчас с уходом или с приостановлением деятельности многих там вендоров или сервисных компаний заказчики будут думать, а как им заместить решение по безопасности в том числе, либо использовать отечественное, либо пока там сидеть на непонятно как работающим зарубежным, либо уходить в сервисную модель, и тут сервисные провайдеры приходят и говорят, а вот мы пришли, мы готовы вам все это скрыть за сервисной моделью, а ты спрашиваешь, а как я буду вас мониторить? А все говорят, а вы нам доверять должны, мы же отечественные, поэтому давайте вот нам доверяйте. Вот да, это тоже тема, да, причем по договору как бы никто никому ничего не должен в случае инцидента. Слушайте, с вами настолько интересно, на самом деле у нас было, мы хотели порядка 20 вопросов там обсудить разных. Сейчас мы на первом. Поэтому я предлагаю чуть дальше двинуться, там еще интересное было, что мы хотели обсудить. На самом деле, относясь к первому вопросу, может быть, у вас есть рекомендация, такая вообще неочевидная вещь, которую дисконтируется, которую мы как-то стороной немножко прошли, это выявление инсайдеров. Ну, то есть все вроде боятся, но кто-то что-то конкретное делает, вот прям пошаговые действия, которые помогут выявить инсайдеров или которые помогали раньше выявлять инсайдеров. Кто-то что-то делает в этом направлении? Дима, а у меня вопрос, смотри, какой. Вот каждый раз, когда заходит речь об инсайдерах, я предлагаю так вот опуститься на уровень техники. А какая разница для тебя на уровне техники? Ну, то есть прилетело фишинговое письмо, и у тебя бэкдор на рабочей станции HR, и с этой рабочей станции дальше развивает атаку, работает внутри инфраструктуры. Либо это HR вдруг поумнел, вот, или сотрудник бэк-офиса, и начал ходить в CRM, куда ему ходить не надо. Причем еще, скорее всего, более ну, какими-то там тупыми методами. А поэтому и вопрос. Вот. По технике, на самом деле, на техническом уровне, ну, по большому счету, разницы нет. Да, есть сложные кейсы, когда у тебя там инсайдер, доменный админ там вдруг решил что-то делать. Но даже там есть регламенты, да, то есть там, даже там можно понять, что эти действия обычно столь высокопривилегированный пользователь не должен осуществлять в инфраструктуре. Согласен с тобой, но я имею в виду такие штуки, как, например, все же видели эти сообщения, там, за 2000 долларов исполни там вот этот кусочек кода, и там, и как бы все будет там заплатить. Почему в DLP не поискать это сообщение? Может быть, оно найдется где-то у сотрудников. Ну, то есть, или, например, если кто-то донатит куда-нибудь, то там поставить его там красную галочку, что потенциально он там может быть участником некоторой. Когда клиенты в твоем же банке работают, это хорошо отслеживать, кто кому донатит. Это я пример привел. Не обязательно же кто-то так делает. Я бы еще хотел сказать, что по поводу инсайдеров. Реальная практика, да, то есть, которая работает, по крайней мере, в нашем случае, то есть мы стараемся на раннем этапе мониторить, то есть у нас есть там средства и отдельные услуги по мониторингу дарквеба,
по мониторингу телеграм-каналов и прочей истории, но все, что называется digital, ну, защита бренда, да, по-русски, и threat intelligence. И здесь эта история иногда срабатывает как некое средство такого раннего предупреждения, с одной стороны. Ну, понятно, что это не гарантированная история, хотя здесь гарантированных не бывает. А вот с точки зрения, как раз вот, Леш, ты сказал там, что с точки зрения техники, но очевидно, я думаю, всем, что инсайдера гораздо меньше этапов у нас есть, чтобы его, собственно, поймать, да, и задетектировать. Поэтому здесь очень хорошо помогают истории, значит, с поведенческим анализом, каким бы он сложным ни был, и на практике действительно это сложно реализовать, DLP-системы, то, что называется User Activity Control или мониторинг, да, то есть там условно какой-нибудь админ баз данных общался все время там с одними людьми внутри компании, да, в бизнес-процессах, и тут внезапно стал общаться там с логистикой, с кем-то из финансового департамента. Да. А еще, да, анекдот рассказал, да, и начал что-то обсуждать. То есть все это в комплексе, конечно, должно работать, да, то есть как бы, но это прям очень тяжелая история, потому что у нас мало возможностей этапов задетектировать, да, и поэтому это нужно компенсировать какими-то сильными средствами защиты. А они могут быть только сильные, да, поскольку там меняется постоянно контекст, они должны быть поведенческого, с поведенческими технологиями, да. То есть... Опять про ML. Да, и да, здесь мы переходим про ML, но нужно помнить, когда мы про него, как после третьей всегда про машинное обучение начинают разговаривать ИБшники, вот, но прежде чем нам ML поможет, он нам, я думаю, серьезно доставит угроз, да, и в частности как раз те же технологии социальной инженерии, да, вот то, что сейчас активно, как бы человек себя не маскировал в интернете, да, там, не знаю, в телеграмах, там, фотографии свои убирал, там, в соцсетях не участвовал, а взломы и реальные инциденты уже там в мире, там, в Аргентине был не так давно инцидент, когда там информационные системы а-ля там государственная система, да, там, госуслуги там и так далее, они взламываются, да, и весь контекст попадает в интернет. И фактически технологии машинного обучения со временем контекст на любого человека будет увеличиваться, как бы он ни маскировался. Причем от него это не зависит, это не про... Ну вот я тоже чуть больше это имею в виду, уже есть решения, которые, например, ищут людей по совпадению не почты, например, аккаунта, а по совпадению пароля или там по другим признакам. И можно найти достаточно много, я не знаю, все знают же глаз Бога, который закрылся, то есть достаточно большое количество информации дает о человеке, о его связях. Ну, то есть, и, наверное, есть такие системы тотального условно контроля, которые контролируют социальные сети, социальные контакты, пересечение людей, не знаю, по геолокации, там что угодно можно придумать. Например, если там есть подозрение, не знаю, у полиции, что человек является там асоциальной личностью или, ну, какой-то подозрительной личностью, можно по гео посмотреть, с кем он регулярно пересекается, в каких местах там, и так далее. Да, и это только начало пути, да, то есть дальше будут уже поведенческие паттерны, уникальные для каждого человека, который будет использоваться в социалке. Я прям представил, как этими данными оперирует районная администрация, либо поликлиника, либо банк в какой-нибудь там, не, ну, 200 это, плюс я имею в виду, рейтинге. Что это в качестве фантазии, да, но ведь можно. На самом деле пути-то есть. Ну, то есть, как бы, как это обнаружить? Вопрос там, наверное, сложности реализации и несоответствия там законам. Но это не фантазия. Вы сейчас договорились до китайской системы социального кредита. Всеобъемлющий и всепроникающий. Как бы только на корпоративном уровне. Ну, не знаю, спорный вопрос. Тимур? Ну, про инсайдеров, которым предлагают как бы, там 200-300 тысяч рублей за то, чтобы они запустили как бы, что-то на конечной точке, ну, как бы здесь с точки зрения детектирования ничем это не отличается там, от фишинга и от любой другой малвары, да? То есть, как бы просто у нас стадия доставки как бы уходит там, через фишинг, либо какой-то канал, там пользователь это приносит на флешке, либо качает там по ссылке, которая доступна. Но все, что происходит дальше, оно ничем не отличается как бы, от любой другой атаки. Там вот как бы, ребята, которые попросили это запустить, потом получают доступ на эту машину, и все начинается. Начинается та же самая разведка, как там при любом пентесте, либо при любой внутренней атаке, начинается то же самое повышение привилегий, горизонтальные перемещения и так далее. То есть абсолютно все то же самое, что там при любой малваре. Поэтому как бы здесь. Ну,
Просто надо больше уделять внимание конечным точкам, как бы, ну, либо трафику между, внутри сети, чем чаще как бы, ну, пренебрегают, там, да, собирая в сок только какие-нибудь средства защиты, там, периметр, а конечные точки внутренний трафик оставляя без внимания. Если у вас там, под нормальным контролем конечные точки, смотрите на трафик там, с помощью NTA, на конечные точки с помощью DR, ну, эти вещи все довольно легко и быстро выявляются. Ну, причем на самых ранних стадиях, когда только... Вот этот вот сотрудник, получивший как бы донат, там, запустил это приложение на каком-нибудь своем рабочем компьютере. Слушай, ну ты сейчас говоришь про донаты и реализацию каких-то явно вредоносных действий, там запуск какого-то тула внутри инфры, а если у тебя кто-то заказал пробив, то сотрудник в рамках своих вполне легальных полномочий осуществляет действия в рамках легального приложения. Дальше возникает вопрос, что у тебя там классические техники тактики, они сюда не попадают, потому что он не пользуется ничем вредоносным, он делает все в рамках своих полномочий. Да, там по количеству, возможно, запросов на прикладе ты его можешь отсекать, но дальше возникает вопрос, а SOC мониторит приклад или он ограничивается там эндпоинтами, EDR-ами, NDR-ами и периметром? Ну, здесь у EBA, о которой вот только что говорили. У EBA как-то все не LP. Очень работают, если они не сделаны твоими руками. Ну, то есть, вот я не видел EBA, которая хорошо работает. Есть два аналитика, которые делают классную EBA, но они находятся внутри. Ну, то есть, а внешнюю EBA, ну, честно, не видел. Ну, даже элементарную EBA, которая обещала простую вещь, то есть, она говорила, что я буду выявлять, когда администратор пошел на нехарактерное для него количество серверов и нехарактерное для него времени, фальсит как не в себя. Ну, то есть, и это вообще странно. Ну, то есть, может, у меня плохой опыт. Плюсую. Там вот все уебы там в составе СИЕМов западных. Да. Ну, опыт, к сожалению, печальных. Просто приходилось отключать, потому что ничего, кроме маркетинга, как бы они не приносили. Причем там простые правила, которые двумя аналитиками внутри пилятся, гораздо круче. Ну, то есть, до сих пор. Можно я вам расскажу несколько историй? Сейчас, смотрите, инсайдеры, которые были после 24 февраля, они уже уехали. Они уже сделали свое черное дело, и они уже там. Соответственно, сейчас мы говорим про то, как найти оставшихся, которые там за $2000 готовы что-то запустить. Алексей, я не соглашусь, что это связано с пробивом. Я соглашусь с тем, что эти инсайдеры нужны для физического уничтожения информации, для физического уничтожения инфраструктуры. Именно для этого людям с другой стороны им нужны доступы. Вот те, которые за 2000, я согласен. Так может заплатить им $3000? Еще и другие, да, которые начнут действовать или продолжают действовать, когда вот эта операция, возможно, закончится. Я вам скажу так, что сейчас есть контрольный вопрос, можно задавать там системным администраторам. Во-первых, чей Крым? Вот. И, соответственно, если дается неправильный ответ, то человека можно сразу отправить в отпуск. Вот. И второе, это все-таки $2000, это очень мало. Так можешь заплатить $3000? Можно поднять зарплату. Как вариант. Соответственно, получается такое, что у нас, если уж человек остался, если он как бы... Это был третий вопрос про утечку мозгов. Если уж человек остался, если его здесь все устраивает, он знает, чей Крым, то на самом-то деле этому человеку как бы другой стороне не достать. Он как бы стойкий. Ну, Сергей, ничего, это лукавство. Мы же понимаем, это лукавство. Вопрос денег. Сказал Лукацкий. Вопрос, да, это сказал Лукацкий, потому что мы же понимаем, что это в Москве люди отчасти избалованы. Ты там выйдешь за 100 километров от Москвы, зарплата ИБшника 15-25 тысяч рублей в месяц. Ему предложите 100, и извините, он еще подумает. К сожалению, как бы айтишнику примерно та же самая ситуация. Поэтому эта тема такая, как бы, даже если он считает, что Крым правильный, то во всех остальных случаях он может поступить не так, как от него ждут. Слушайте, кстати, про утечку мозгов. Вы как считаете, ну, то есть ли риски в том, что часть айтишников уехали? Вообще отслеживаете ли вы, кто где находится? И какой риск, если человек находится условно за рубежом, никому не сказал? Или он приходит, говорит, слушайте, хочу уехать, но вот буду работать на вас. Ну, то есть, какие риски вы видите? Разрешаете ли вы так делать? Просто вот, ну, то есть, насколько это... Какой риск-то? Для МБ-компании, скорее всего, понятно, наверное. Риск здесь, наверное, на уровне государства, и это, наверное, история долгосрочная. Но в текущей ситуации, вот лично на нашем опыте, у нас там огромное количество людей в компании, несколько тысяч,
Мы видим, что есть определенный процент ребят, которые сейчас захотели релоцироваться, да, причем это в основном релокация, так, как сейчас говорят, дружественные страны. Вот. И мы особо этому не препятствуем. Возможность удаленной работы сохраняется. Ребята, которые там с концами уезжают там, и остаются, ну, я бы сказал, это было раньше, и это есть сейчас. Но сейчас, в силу того, что происходит, пока это личное мое наблюдение, у многих, кто даже относился, скажем так, с теплом к идее там, релоцироваться в ряд именно, там, скажем так, западных стран, у них возникло некое отторжение. Не у всех. То есть все-таки люди туда переезжают, но такое странное явление, поэтому я не вижу в этом, лично я не вижу в этом проблемы для компании. Там, глобально это будет зависеть от того, как у нас в экономике дела будут обстоять. Ну, для релоцируемых я у кого-то слышал, что мне очень понравилась идея, что если кто-то планирует уехать, то сейчас самое неблагоприятное время уезжать. Ну, то есть если люди, кто планировал уезжать давно и переехал, это там был подготовлен, это одна история, но те, кто просто на эмоциях куда-то переехали, выглядят странным решением. Ну, про отток кадров, он, в принципе, в IT был всегда. Вы бы, как бы, просто сейчас он, ну, наверное, все, кто хотели уехать, но по каким-то причинам боялись, ну, или как-то не решали, сейчас вот, как бы, ситуация, которая сложилась, стала для них триггером, и они, наконец-то, решили. А те, кто не хотел уезжать, как бы, ну, они также как бы продолжают работать и как бы не смотрят на Запад. То есть, ну, вот, там, лично я как бы столкнулся с тем, что у меня есть сотрудники, которые в принципе категорически решили покинуть как бы Россию и не работать на российскую компанию, как бы, ну, из-за сложившейся ситуации. Есть сотрудники, которые как бы готовы продолжать работать на российскую компанию, но просто им страшно по каким-то причинам находиться там, вот, в этот период в России. Да, и они там уезжают в какой-нибудь Стамбул, там, в Армению, в Грузию, как бы в Казахстан, продолжают работать удаленно. То есть, ну, никаких препятствий мы как бы здесь не строим, пожалуйста. Но просто надо иметь в виду, что через какое-то время НДФЛ станет как бы не 13% или там, не 15%, да, а 30%. И как бы уже, наверное, там либо люди будут возвращаться, как бы, либо компания посмотрим. Будет платить НДФЛ. Но был два вопроса. Мониторит ли кто-то геолокацию и по поводу удаленки? Мониторинг геолокации сотрудников, он начался на самом деле не сейчас, а с началом пандемии. Мы для некоторых наших заказчиков делали такой сервис, когда сообщали, из какого конкретно места они там подключаются по VPN, потому что многие сотрудники, которые как бы должны быть на удаленке дома в Москве, оказывались там где-то на теплых островах, и здесь ничего нового. Вот. А с точки зрения возможности там, для компании, которая занимается безопасностью, сейчас сотрудничать с сотрудниками, которые уехали за границу, ну, скорее всего, здесь нет. Начиная от технологических нюансов, непонимания того, как выплачивать зарплату, кроме как токенами USDT, да, и заканчивая, в общем-то, рисками, которые, ну, скорее всего, нельзя сейчас принимать на себя, имея аналитика сока за рубежом. Поэтому, но с точки зрения обычной удаленки, с учетом того, что происходит на рынке специалистов, как бы сейчас удаленка у нас, ну, вовсю расцветает, даже в соке. Серега, ты как-то это... Можно, прости, я просто уже... Я терпел, да. Что значит сотрудник сока на удаленке? Это как? Что значит сотрудник сока работает с другой стороны? Но у тебя команда соковская может быть, например, во Владивостоке, в Казани, в Самаре. В чем проблема? Это та же страна. Это та же страна. А, то я уже думал, что они уехали и, значит, из Армении мониторят. Нет, это вопрос был как раз. Нет, ребят, ну что, ну как, значит, уехали, до свидания. Значит, а какой риск ты видишь? Риск? Ну, риски, да, в чем? Вот почему? То есть, ну, человек, у тебя сейчас много, после пандемии вообще отношение изменилось, ну, как бы... Подождите, да. У нас весь удаленный, вот все удаленный доступ, он был вызван пандемией, соответственно, как мы в 2020 году пропиливали, значит, там, в фаерволах дырки, чтобы, значит, сотрудников пускать в инфраструктуре, вот теперь все закончилось, с 1 марта официально сняли маски, сделали прививки, закрыли все порты, все, никакой удаленки. Давайте в офис. А что, Серег, у вас программисты как бы нормально относятся к таким жестким? Еще раз, у нас разделили еще на три части. То есть те, кто постоянно работает в офисе, те, кто работает на гибриде, и те, кто, соответственно, постоянно на удаленке. И, соответственно, с тех пор
значит, многие захотели неожиданно, значит, для себя переместиться в другую, скажем так, вот переписать документы и перейти в другой класс, я не знаю, как хотите, называйте. И ответ такой – нет. Все. Значит, если что-то не устраивает, вы подписали документы, если вас что-то не устраивает, ну, как бы, что? Внуково, Домодедово, Шереметьево. Достаточно жестко, не каждый может позволить. Разрабы нежные люди. Ну, то есть, и, как бы, ну, их... более ну, того... Подождите, а мы только что говорили про инсайдеров. Значит, вы, значит, только что, значит, говорили, значит, геолокацию, значит, мониторить, уеба, вот это все. Сергей, а теперь, значит, быть достаточно жестким. Мне кажется, все-таки есть некое лукавство, потому что если поговорить с Серегой Солдатовым о том, как устроен у вас СОК, у вас все-таки удаленка немного практикуется. Нет, так Серега сказал, что три касты есть, те, кто обязательно находится внутри. Это понятно, но просто есть нюанс. Нет, я просто говорю, я сейчас, смотрите, я сейчас здесь не, давайте так, изначально я здесь не сотрудник СОКа, я сотрудник как бы команды, которая выезжает на инцидент, когда все плохо. Поэтому, извините, но удаленно как бы быть на инциденте у тебя никак физически не получится. Ну, почему нет-то? На самом деле, когда ты проводишь в рамках МДРа, это популярная совершенно тема, когда у тебя первые шаги ты делаешь целиком удаленно. Инцидент Response Retainer, услуга популярная там во всем мире, работает именно удаленно. И потом, при необходимости, возможно, выезд, изъятие жестких дисков для проведения там криминалистической экспертизы. Но первые шаги ты делаешь удаленно. Да. Может быть, даже в каком-нибудь экспрессе из Москвы в Казань. Ответишь сразу на два камешка. Давай еще камешек. Да. А у вас вроде в Чехии еще было подразделение Соковского. Его закрыли, все уже, да? Никаких поддержки, никакой доступ в чужую инфраструктуру из недружественной страны нет. То, что ты говоришь, что возможен удаленный доступ, пожалуйста, с территории той же страны. Сколько угодно. А выезжать на инцидент ты можешь, извините, ну только Серег, находясь постоянно в офисе. Ты все-таки не ответил на вопрос, какой добавленный риск. Ну, то есть, в чем проблема? Ну, то есть, я тебя слышу, понимаю, что ты говоришь, это несложно. А вот причина-то в чем? Ну, то есть, может быть... Причина в риске. Нет, я тебе просто расскажу. Причина – это те инциденты, которые случились после 24 февраля. Это те же самые инсайдеры. И только что же мы обсудили, что если человек на удаленке, ты его не контролируешь, и он запустил у себя там какую-то программку или нет. Вот тебе риск. То есть риск вот человека, риск, который находится за рубежом, выше, чем риск, который находится здесь. Просто кто за рубежом находится, он же все-таки, у него тут семья, я не знаю, там кто-то есть. Ну, то есть у него же или совсем корней никаких нет. С ковидом же та же ситуация была. То есть они 2 года назад ушли на удаленку. Какая разница, он сидит там в Бутово и подключается к сети на Ленинградке, либо он сидит там в Бутане и подключается к сети на Ленинград. Но, во-первых, теперь, если он там сидит где-то за границей, ему трудно получить деньги. Это факт. Это техническая сложность, да. И ты думаешь, что раз он не может получить у вас деньги, он будет искать варианты, где ему подработать а-ля на сторону? Кстати, интересная идея. Интересно. Мне нужно ответить на этот вопрос? Нет, или не надо. Не надо. Все, вопрос исторический. С телеграм-канала она. Телеграм-канал. Там 2000 где-то разные, 200 тысяч. Тебе ссылку дай. Тебе не предлагали? Тебе переслать или другу? Там причем в одном канале, в одном сообщении 2000, а в другом уже как бы сумма существенно ниже идет. Да, слушайте, ну это правда интересно. Вот, а с другой стороны, если посмотреть, сейчас Санс закрыл ворота и другие обучающие центры. Где вы учить ребят-то будете? Ну, то есть у меня много ребят училось там. Материалов Санса в интернете? Огромное количество. Нет, где бумажку получить теперь? Где бумажку? Ну, где бумажку, во-первых, не получишь. Во-вторых, немногих будет мотивировать пойти просто поучиться, не получая при этом никакую бумажку. Ну, то есть, это я сейчас, да. Ну, где учить-то будет? Ну, самое время, наконец-то, заняться в России нормальным образованием в области кибербезопасности. Сансовская бумажка или бумажка
Ну, а зачем бумажка? Как бы бумажка нужна, если ты в тендерах зарубежных участвуешь. Ну, сейчас как бы участие в зарубежных тендерах мне вообще не, там, не минимизируется, поэтому надо не бумажку. Я, например, CISSP изучал, но мне неинтересна бумажка, я просто не пошел экзамен сдавать. Но кому-то это важно. То есть я вижу, что некоторые публикуют там у себя там, в социальных сетях. Там, я знал вот такой. Важно как раз тем, кто очень хочет мигрировать, потому что им бумажки нужны. Ребят, мы просто импортозаместим это все. Ну, согласен. Санс, самое время импортозамещения. Это точно так же, как Санс, соответственно, собрали специалистов из разных компаний, соответственно, дали лицензию на обучение, и вперед, идите, выписывайте бумажки. Ну, кстати, центральный банк. Давайте мы сделаем точно так же. Уже все, Санс запретил нас. В центральном банке обучение. Практикоориентированное обучение называется. Да. По-моему, ты тоже читаешь там лекции. Совершенно верно. И, соответственно, вот это все теперь сделаем, как мы договоримся, сделаем единую такую бумажку на несколько вендоров, кто занимается этими делами. Ну и, соответственно, дальше там цех, там GCFA, Offensive Security. Сделаем, и что, договоримся, будем их принимать. Просто мне кажется, тут вопрос в чем? Ну, бумажку получить, да, либо знания. Тут как бы нужно разделять этот вопрос. Вот. Для примера, мы столкнулись с тем, что у нас там есть кадровый голод, вот, набора там, в том числе там, информационной безопасности. И в рамках общего флоу Тинькофф Финтех школы организовали в том числе обучение для там, студентов, ну и не только для студентов, для абсолютно любых людей разного уровня, которые там могут пройти входящее там тестирование. Вот. И спокойно обучаться по направлению информационной безопасности в течение там полугода. Понятно, да, что за полгода вряд ли можно научить человека там быть суперкрутым безопасником, но, по крайней мере, ему можно дать ту или иную базу, да, которая с которой люди, которые работают ежедневно, да, могут передать эту информацию, вот, и указать, в какую сторону там развиваться. Ну и плюс, конечно же, там, понятно, что для нас самое там выгодное – это то, что самых крутых студентов, которые в течение там полугода себя там проявляли, да, там задавали вопросы и вообще интересовались, вот, тематикой ИБ, то мы, конечно, их берем к себе. Вот, и они показывают очень неплохие результаты. Даже там мы как-то смотрели, что человек, который закончил финтех, и человек, который там, например, там пришел, там, грубо говоря, через HR направление, то тот, который закончил финтех, у него показатели намного лучше были. Вот, он быстрее как бы вникал во все, что происходит в ИБ вообще в принципе и в компании. Вот. Поэтому тут, мне кажется, нужно, ну, там, не к конкретным там пиарным историям типа там Sans, OSCP и еже с ними, да, там, обращать внимание, а вообще в принципе, ну, да, сделать какой-то общий там комьюнити, который позволит там давать именно знания, да, по тем тематикам, которые там интересны там сообществу ИБ, да, там, и те проблемы, которые сейчас решают. Но понятно, что это еще один большой такой, как это, скоуп рынка, да, все-таки это бизнес, который там пока что у нас в России не очень активно развивается, либо если он развивается, то он развивается, ну, по каким-то базовым вещам. Вот. Конечно, хочется более глубоких каких-то тематик, и кажется, вот, компании, которые там являются лидерами там в области там технологического какого-то там стека, да, могут это в принципе сделать. Тимон. А еще комментарий по поводу Sans. Ну, закрыли Sans, закрыли. А много ли компаний в России вообще туда своих людей могли позволить направить? Вот, ладно, здесь мы все сидящие, еще как бы наши компании как бы направляли, да, нас туда на обучение, готовы были там по 7, по 8, по 9 тысяч долларов платить за 5 дней. А большая часть российских компаний не может себе позволить просто как бы миллион отдать как бы за сотрудника, чтобы он 5 дней поучился форензике. Поэтому то, что Sans закрыли, как бы, ну, черт бы с ним. Ну, вот то, что закрыли Offensive Security, наверное, жалко. OSCP и прочее, там еще были. Я поддержу, на самом деле, тут еще надо посмотреть, а вообще какой спрос для таких тяжелых курсов.
То есть вот базовое образование в области информационной безопасности – это прям колоссальная история. А какие-нибудь узкоспециализированные тематики, знания есть, их в интернете найти можно. Вот. Да, может быть, потребует больше времени. Да, наличие бумажки для этих людей, но обычно это либо там, как правильно кто-то упомянул, тендеры, либо смена работы, смена работодателя. Вот. Но если мы говорим о смене работы работодателя, это просто сложнее доказать, там, что ты обладаешь такой квалификацией, если ты получил эти знания и действительно реально специалист. Если исключать там различные, ну там, government, какие-то истории. Вот. Все остальное, ну, как бы, спрос на самом деле не настолько большой. И по поводу российских тяжелых курсов, ну, я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что они прям стартанут. Поддержу коллег. На самом деле тяжеловесные сертификаты иностранные, они зачастую, чаще всего использовались в разделе «Квалификационные требования к исполнителю в технических заданиях на тендерах», да, с определенными целями. Вот. А, ну и для украшения резюме. При этом, опять-таки, в текущих условиях, ну в текущих условиях нормального рабочего боевого сока, особенно сейчас, да, человек с головой и желающий приобретать знания пролетает там с первой линии на начало третьей, там за полгода 9 месяцев. При наличии нормального коллектива, как бы при наличии нормальных доступа к нормальным знаниям, да, у меня там, честно скажу, многие коллеги до сих пор по видосикам Тимура учатся, да, и это как бы хорошо. Проблема, кажется, в том, что они дальше пролетают с третьей линии на улицу. Они, проблема, да, заключается так, что они, да, вот это отдельная тема, как это, каннибализм сотрудников между лидерами рынка, вот, да, это отдельная история, но с обучением, мне кажется, проблем нет. При этом, там, давайте честно смотреть в глаза. Ну, я тебе дам микрофон, сейчас, успокойся. Честно смотреть в глаза, аналитику сока не нужно высшее образование. Ну, вот. Аналитику, наверное, не знаю, нет, наверное. Поэтому... Аналитик аналитику рознь. Если он пишет модельки для ML, извините, без высшего образования там делать нечего. Да, третья линия, да, но дежурная смена, вторая линия. А первая линия вообще не нужна. Алексей. Так, смотрите, можно я все-таки, я опять, у меня мозги кипят. Только что начинали, что инциденты растут, количество, значит, увеличилось. О, с образованием все хорошо, нам ничего не надо. Вы подождите, вы понимаете, что то, что САНС давал, это тысячи, это реально тысячи человек в России с этими сертификатами. Они глубоко понимают, как бы, и красную уверен, команду, и голубую команду, и прочее. Я бы сказал, кто хотел САНС, скачал его с иранского торрента и изучил. То есть ты сейчас говоришь, что в России есть тысяча сертифицированных специалистов по санс-форензике? Именно сотрудников, которые, у которых есть сертификат не GCFI, а именно САНСа, любого, любых курсов. Нет, их... ну любого нет. Ну GCFI нет, это САНС, GCFI там... Давайте возьмем... Десятки в России людей, в лучшем сегодня, случае, да. Даже не GCFI, сотни. GCFI, GCFE, я думаю, сотни. Не сотни. Ну, у тебя даже в команде такие люди. Надо, ну, так они все в нашей команде. Замутить, да, у вас это вот, хорошо ну, вам вот говорить, все. Ребята. И я считаю, есть... еще разок, таких людей должно быть больше. Таких кто, людей... кто будет спорить с этим? Да, смотри. Людей с сертификатами или людей со знаниями? Людей со знаниями, которые дает этот САНС. Это хороший вопрос, потому что, смотри, вот есть, по-моему, Алексей говорил про сокоцентричную, как это, то есть появится 5, там, до в пределе 10 соков, которые будут нужны такие серьезные квалификации. Есть небольшие банки, которые, например, ну, там, у них 4 человека обеспечивают всю информационную безопасность. Им там квалификации глубокого там, форензика или глубокого там, не знаю, аналитика, она, ну, наверное, просто не нужна, если человек просто сам не хочет в выходные там, поизучать что-то. Ему нужно больше широкое какое-то знание про то, где это взять, и, наверное, пойти больше в аутсорсинговый сок. Или как-то... Вы вообще верите в аутсорсинговые соки? Ну, то есть, или это чистый маркетинг какой-то? Может быть, аутсорсинг ЦИСа или аутсорсинг стратегии по ИБ? Вот как мы разговаривали в предыдущие там, пару дней про виртуальных ЦИСа. Ну, то есть, и как бы мы договорились до того, что рынок покажет себя, когда около подъезда появятся объявления отрывные, такие за 5000 рублей. Это сделаю безопасно. Это как поставлю антивирус, там, поставлю Windows и сделаю безопасно. То есть, и, наверное, какой-то рынок в этом есть. Или как вы считаете? Тут вопрос на самом деле в этом. Все говорят разные слова, да, там виртуальный ЦИС,
аналитик сока и так далее. Но все, вот даже мы здесь, кто находимся, подразумеваем разный уровень квалификации для этих специалистов. Вот прям первая линия не нужна, первая линия нужна, первая линия должна решать там 99% инцидентов, которые видит СОК. Там три диаметрально разные позиции. Вот. И все называют этих людей первой линией, которые не нужны, которые 99% инцидентов решают. Возвращаясь к предыдущей истории, Сергей, я вернусь к тебе. Знаешь, такая пирамида боли есть по обнаружению. Вот. Вот в принципе, мне кажется, в образовании точно такая же пирамида боли должна быть. Там, где ребята профессиональные пентестеры и форензики, они прямо наверху, их единичные десятки. А у нас сейчас что? У нас сейчас все стремятся в мега-крутых пентестеров, мега-крутых форензистов. Вот. И эту пирамиду боли вот так вот переворачивают. То есть аналитиков нет, зато якобы все хотят быть форензерами. Ну, наверное, нет. Это я тоже заметил такую историю, что, наверное, это романтизация хактивизма или я не знаю что, очень много становится офенсива. Очень многие люди, особенно после студентов, приравнивают информационную безопасность к офенсиву. И как бы считают, что если я умею атаковать, то значит я умею защищать. И наоборот, если ты не умеешь атаковать, ты не можешь защитить. И это ломает мне мозг, потому что это предельно не так. У меня есть в команде ребята, которые офигенно как бы строят архитектуры, при этом вряд ли они могут руками атаковать. Есть отдельные люди конкретные, которые нацелены на атаки. Это отдельная квалификация. Есть Red Team, который умеет атаковать. Вот он должен быть, он должен там применяться как гаечный ключ или инструмент. Нельзя говорить, что можно машину собрать при помощи гаечного ключа. Наверное, это не всегда так. Там еще отвертка потребуется и болты всякие. Я думаю, что это наиболее интересная тема, поэтому вот студенты, в том числе, которых мы там собеседуем на первую линию СОКа, огромное действительно количество хотят в офенсив команды Red Team. Ну, несколько романтизирован этот образ, действительно. Когда люди в это окунаются уже непосредственно на практике, очень многие отфильтровываются. Это тоже факт. Ну, вот, и вопрос был по поводу, верим ли мы в аутсорсинговые соки. То есть здесь, я так понимаю, почти все представители аутсорсинговых соков, ну и не только соков. Да. Вот мы сейчас заметили, после, особенно, скажем так, конца февраля, у нас до этого было две трети наших заказчиков, это были так называемые гибридные схемы, да, то есть когда мы там он-прем частично помогали заказчику поддерживать соки. Сейчас прям действительно большой фокус идет, сместился на облако и на более полный аутсорсинг. Такой тренд точно есть. То есть тренд есть, что для кого он полезен? Ну, то есть качество, скорее всего, не будет таким, что у вас там специфические системы в аутсорсинговом соке, наверное, сложно подключить специфические алерты. Какой-то базовый уровень там легко получить. Вот на каком этапе аутсорсинговый сок становится, там, вырастают из него компании, или на каком этапе он становится нужен. Ну, то есть это малый и средний бизнес, по-моему, он вообще не заинтересован в информационной безопасности. Ну, то, что мы проверяли, то есть мы даем бесплатные сервисы у себя на сайте, пойдите себя просканируйте, просто нажмите кнопку, и вам прилетят рекомендации о том, что вам нужно сделать, чтобы элементарно базовые вещи защитить себя. Люди не нажимают эту кнопку, либо не верят, либо нужно ввести плату за этот сервис, тогда там очередь выстроится. Ну, то есть, как говорили, за вакцинацию. Если бы она платная была, у нас бы очереди стояли. Да? То есть, ну, наверное, может, поэтому не работает. Ну, здесь я бы сказал, что аутсорсинг – это не вещи, с которой вырастают. То есть здесь у каждой компании, я как бы, да, действительно знаю истории, когда компания как бы уходили от аутсорсинга в сторону инсорс. Есть много примеров наоборот. Эта история, многие очень примитивно ее воспринимают, что там больше про там CAPEX, OPEX, сравнение там стоимости. Там. И даже это не про команду история. То есть в значительной степени это про подход и некую философию компании. Очень многие компании, они просто принципиально уходят от аутсорса. Есть большой такой, сейчас, конечно, несколько, наверное, будет замедлен процесс глобализации вообще мировой экономики, когда, в принципе, специфичной деятельностью занимаются именно компании, которые на этом специализируются. То есть это некое повышение специализации компании. То есть, точно так же, как там уборкой занимаются аутсорсинговые компании там, по уборке, по клинингу, там, готовят там, на кухне, это, опять-таки, тоже аутсорсинговые компании, то же самое ИБ. То есть и этот тренд, который остановить будет невозможно. То есть есть ряд исследований, ну, по крайней мере, не знаю, как верить им, нет. Я читал разные, что в ИБ уровень аутсорсинга
том числе в гибридного аутсорсинга, да, там, когда частично будет аутсорситься, будет доведен почти там, до 90% там, в течение там, 10-15 лет. Не знаю, насколько... я присоединюсь к этой истории про 10-15. Очень классный пример привел с аутсорсинговой уборочной компании. Из аутсорсингового сока вырасти можно тогда, когда у тебя ИБ подрастет. Объясняю, почему. Я пользуюсь сервисом по уборке дома. Вот когда там меняется сотрудник, который приходит, я уровень сервиса всегда получаю хуже. Вот, как только ты зафиксировал человека, кто тебе приходит, он лучше знает, где, что, как и так далее, и качество сервиса вырастает в разы. Аутсорсинг, вот, когда у тебя меняется те, кто мониторит твою инфраструктуру, дает точно такой же результат. То есть базовая кибергигиена, там exchange у тебя на периметре будет пропатчен, фишинг там более-менее будет отслеживаться, ну и какие-то там массовые тулы у тебя, которые запускают за 2000 долларов, тоже будут обнаруживаться. Это будет история снята. Как только бизнес реально поймет, что он хочет чего-то более сложного, то есть захочет логи приклада, о которых мы говорили, захочет более глубокое профилирование действий пользователя внутри инфраструктуры, вот тут же этот аутсорсинг умрет. Максимум, во что он может превратиться в аутстаффинг. То есть это когда будет выделенная группа, может быть не первая линия, а даже скорее всего не первая, выделенная группа форензистов, выделенная группа пентестеров, выделенная группа аналитиков, которые будут обнаруживать фрод на какой-то сложной бизнес-системе. Но это будет аутстаффинг, это будет не аутсорсинг. Это чисто модель бизнеса компании, могут они себе позволить в штат таких специалистов, не могут, могут загрузить задачами, не могут. Если компании могут платить и со временем могут, обеспечить их интересными задачами, то эти люди рано или поздно потом к ним перейдут. Приведу пример еще из смежной IT-области, программисты. Тоже много компаний, которые использовали программистов по аутсорсингу. Потом в определенный момент времени там прямо уже наметился тренд для крупных больших компаний, когда они забирают себе на работу именно с аутсорсинга. Потому что ребята в компании работают эффективней, качественней, и для бизнеса это только плюс. Ну, когда выкупается сотрудник, да? То есть, ну, да, он прям выкупается. То есть эти сотрудники, ну, там, иногда прям целыми командами прям выкупаются. Ну, да, мне тоже известны такие примеры. Это очень такая неплохая практика. А все-таки это мы говорим про Managed Detection and Response, а есть Managed Security Service Provider, когда, ну, оказывается, некоторый как сервис. Вот ты больше про что и ты больше за что? Они не противоречат ли друг другу? Есть знаешь, для меня вот эти две истории, MSSP и MDR, это больше про уровень ответственности и количество тех дефисов, которые оказываются на сервисе. То есть все остальное это там, ну, грубо говоря, красивая маркетинговая обертка. Вот. А что если рассмотреть с другой стороны? У тебя есть облако Amazon. В нем ты можешь накликать себе, значит, включить там WAF, включить систему обнаружения вторжений, и это вроде бы менеджер security сервис провайдер. Те как сервис предоставляют... Много у крупных компаний после 24 февраля осталось облаков Amazon. Это как пример. Ну, то есть все-таки сервис может быть вокруг решения, а менеджер detection and response — это вокруг людей и процессов. Ну, то есть, на мой взгляд. Тимур? Ну, смотри, то, что ты в облаке накликаешь, там, я хочу, не знаю, систему обнаружения вторжений, там, атак специфичных для облака, WAF хочу, это как бы не сок еще, да, у тебя так же, как антивирус, тебе просто генерируются алерты, но тебе дальше нужны люди, которые с этим будут разбираться. Вот, и когда у тебя там появляются люди, которые на это смотрят, тогда это становится соком, как бы, а как, ну, если, там, как ты это назовешь, MSSP либо MDR, ну, на мой взгляд, это просто два термина об одном и том же, просто раньше были MSSP, рынку потребовался новый термин, как бы, придумали MDR, так как раньше был там термин UTM, потом придумали термин NGFV, как бы, ничего не поменялось, все то же самое, да, как бы, маркетинг пытался приводить там причины, чем они отличаются друг от друга, причем каждый вендор там плясал, как хотел, как бы, у каждого было своих, как бы, свой набор критериев, там, чем UTM от ГФВ отличается, но по сути это одно и то же. MSSP и MDR это опять же как бы, ну, все то же самое. Про MDR у меня такая шутка. Были производители CEM-ов, они выпускали, и у них были MSSP-провайдеры. Были производители антивирусов, и у них появились MDR. Ну, понятно, да. EDR, потом XDR. А, ну, ты подтверждаешь, да? Давайте я вернусь к теме, нужен ли MSSP-шный сок. Может быть, я сейчас резкую вещь скажу, а, коллеги, а какие сейчас варианты остались?
Но давайте будем честны перед собой. У нас были хорошие, жирные, толстые, кучные, спокойные времена, да, за которые, причем там ни год, ни два. И даже... Не, ну вот же вариант, список белых айпишников. Погоди. Как бы за который все, кто хотел, они свои соки, допустим, внутренние построили. Да, мы видим пример там Тинькова, других компаний. При этом то, что мы видим у себя сейчас, приходящих клиентов, да, половина из них с закупленными CM-ами, с мечтами о том, как они построят соки свои, с людьми, под которых ничего не было закуплено. Сейчас строить свое на порядок сложнее. Нет людей, нет технологий, нет железа, нет ничего, нет знаний. И угроз гораздо больше. Поэтому, мне кажется, если люди как-то немножко вот очнутся от этого радужного, благостного состояния, когда мы там можем осваивать бюджеты годами, покупая различные технические средства и модернизировать их, а придут к тому, что прилететь может завтра, либо за 2000 долларов, либо, может быть, какими-то другими путями, то вариантов, кроме как подключаться к сервису, в общем-то, нет. Мало того, я сейчас, наверное, для интегратора страшную вещь скажу, но, возможно, таким соком развитым, внутренним, допустим, как тот же Тинькофф, пора выходить на рынок, ставать отраслевыми, потому что мы всех не осилим. А у вас, допустим, большой опыт в банковской отрасли, да, и, может быть, имеет смысл не только вас, себя. Вот по моему мнению, сейчас, в текущей ситуации, вот эти истории про то, что, ну, мы сейчас начнем проект, через полтора года внедрим CM, потом наймем персонал, напишем контент, а через два года у нас будет свой сок. Коллеги, это розовые фантазии, это пони, летающие на крыльях с облачками. Слушай, а мы в этом плане, кстати, думали даже, и у нас сок находится в DevSecOps процессах, в CI/CD, и мы пытаемся, тут, наверное, Игорь, ты, наверное, лучше расскажешь, моя мечта, чтобы и обсек, и сок разворачивались по кнопке. Ну, то есть нажал кнопку, у тебя новый сок появился. Понятно, что там нужна команда, которая и там через определенные интерфейсы там его поддерживает, но как мечта неплохо выглядит. Я тебе дам аналитиков, покажи, где на них кнопку нажать, чтобы они склонировались и развернулись. Это, да, ну, это остается... Вот здесь вот хочется к комментарию Ивана присоединиться, я полностью согласен. Я бы сказал, сейчас в современных реалиях миф – это свой собственный сок, как бы, чем аутсорсинг. Надо про это говорить. И причина, как бы, ну, технологии, ладно, доступные. Там есть у нас отечественные CM, есть отечественные ERP, как бы с этим проблем нет. Но как бы основная проблема, которую мы сейчас видим, да, и, наверное, сталкивается любой аутсорсинговый сок, и с этой же ровно проблемой столкнется любой, как бы, желающий построить сок внутри – это люди. Вот людей, к сожалению, на рынке нет. И приходится просто, как бы, за людей воевать, как бы вырывая их там с, ну, у других сервис-провайдеров, у, как бы, пытающихся построить внутренний сок. Вот как бы если решить проблему с людьми, тогда да, тогда можно будет строить внутренние соки. Но до тех пор, пока не хватает людей, скорее, как бы, это миф. Не факт просто, что всем надо решать эту проблему. Ну, то есть, если это небольшой банк, реально, то зачем? Ну, то есть, есть же, ну, как сервис, если это крупный банк и есть много специфики, то, наверное, да. Если это небольшой банк, то в этом большого смысла, наверное, может быть и нету. Вот как мне приводили пример, вопрос был по одному из банков, как они мониторят платежи, ну, платежи обычные. И вот на проверке там ребята сказали, что они руками их проверяют. Им там не поверили, там какая-то разборка была. Оказалось, что у них 15 платежей, исходящих в день. Их реально проверяют руками. Реально, ну, то есть, зачем там сок? Они их руками проверяют. Ну, то есть, они берут каждый платеж, они могут его переносить на руках и вбивать его руками. Ну, то есть, Игорь. Тут как раз, да, вот, мы... Кажется, как мне, да, мы упираемся в то, что нужен сок аутсорс, либо нужен сок там внутренний, а кажется, нужно исходить из потребностей бизнеса самого по себе. Ну, то есть, если бизнес, там, не знаю, там, это завод по лесоперерабатывающей там, какой-нибудь заготовке, ну, кажется, что им вряд ли нужен будет какой-то свой внутренний суперсок, который будет там оперировать последними технологиями, и которые эти технологии невозможно будет применять в этом бизнесе. Ну, то есть зачем? А если, например, это, не знаю, там высокотехнологичная компания, которая там внедряет там последние там, всякие там фичи IT
инфраструктуры, всякие последние там best practice в области там разработки, ну тут да, тут уже как бы риск он разрастается, и кажется, что тут, ну то есть мы уходим с стандартного понимания SOC из серии, что там мониторим тачки, почту и там периметр, да, и уже уходим более глубже, там мониторим процессы разработки и то, как себя ведет приложение, которое там развернуто где-нибудь в облаке, например. Вот. И тут риск, конечно, шире. Так и все-таки... Вряд ли, например, тот же самый рынок сможет предоставить спецов, которые будут разбираться в том, что написал там, не знаю, там, разраб, да, и будут знать лучше этого разраба, либо там сотрудников в банке, которые там постоянно взаимодействуют с этим там разрабом. Сок по кнопке-то будет? Но вы, по-моему, забываете одну простую вещь, что аутсорсинговый сок – это в первую очередь сервисная модель, в которой подразумевается наличие SLA раз и ответственность за оказание сервиса два. Вот когда аутсорсинговые соки начнут подписываться под нормальным SLA, а не время доступности, и когда они начнут отвечать деньгами за свою активность, вот тогда можно говорить о том, что аутсорсинговый SOC – это вот все наше будущее и так далее. Пока этого нет, очевидно, что многие будут пытаться там строить костыли у себя, потому что как только аутсорсинговый SOC пропускает инцидент, он разводит руками и говорит: ну извините, как бы, а это вот там, спецслужбы иностранного государства, мы не смогли ничего с ними сделать. Или, а вот у нас не было для этого use case проработано, потому что это настолько редкий случай, что мы про него даже никогда и не думали. Давайте в следующий раз мы его заложим, и мы вам в следующий там год добавим в стоимость обслуживания этого use case. То есть... Кажется, Сергей что-то знает, да? Алексей, а если внутренний SOC пропускает инцидент, в чем разница? Разницы никакой, но за внутренний я не плачу кому-то. Я вызвал на ковер безопасника, наказал его всеми доступными способами, и он пошел оплеванный и устранять выявленные недостатки. Ну так можно вызвать и там руководителя SOC сервисного, из сервис-провайдера, и также оплевать, наказать. А он уехал. Периодически Алексей, так бывает. У нас сейчас вот как бы информационная безопасность, вообще безопасники, они становятся, ну как бы, из элиты, они становятся все-таки вот реально сотрудниками первой линии. Это абсолютно нормальная ситуация для любой технологии, как, не знаю, например, как электрики. То есть когда-то был Никола Тесла, а? Электрик, между прочим. А сейчас у электрики, соответственно, это просто ПТУ. Соответственно, у нас сейчас безопасники проходят ту же самую как бы степень развития. То, что раньше, да, это было круто, престижно, всем надо. Нужны всем до сих пор сансовские курсы, я за них. Но, тем не менее, абсолютно соглашусь, что технологии идут к тому, что уже все commodity, как ты сказал. И... дальше, по тому, что там типа АПТ детектит, не детектит, чтобы люди могли их обнаруживать, у них должен быть опыт. И курсы того же самого Санса тебе дают возможность вот это все потрогать руками. Поэтому, если там какой-то SOC на аутсорсе, значит, этого не видит и говорит: заплатите нам деньги на следующий год, чтобы мы это смогли обнаружить, то нужно брать эти деньги и отдавать их Сансу. Но все-таки здесь и строить. Я абсолютно соглашусь, то, что за аутсорсингом, и то, что ты там, Дим, говорил про то, что значит, там, виртуальный ЦИС и прочее. У меня же произошло то же самое. То есть я как компьютерный мастер Сергей, живу недалеко, приеду быстро, удалю все вирусы. Это очень хорошо описывает мои должностные обязанности, между прочим. И это нормально. Только твои, что хорошо. Ну, да. И но это абсолютно нормально. И за этим будущее. В соках до комодити еще идти. Вот поэтому и был вопрос. То есть стандартизация правил, разворачивание соков по кнопке. И тогда, может быть, это станет комодити, когда... Ну, то есть сейчас это проекты. Ну, то есть то, что мы обсуждаем, это выглядит как проект. Да, да, я хотел как раз пример с электриками. Очень-очень упрощает, потому что помимо электриков, которых мы видим у себя в квартирах, да, есть еще там, условно, представители профессии, которые работают на магистральных ЛЭП, на электростанциях, это большие умы и так далее. Здесь у нас вот концепция в
том числе, да, есть ученые, которые этим занимаются, и в проектах, которые связаны с электрогенерацией, с электропередачей, да, там таких людей встречаешь. А все, что касается сока, вот я считаю, что до commodity действительно очень далеко, но потому что сейчас вот трансформация уже заметна относительно там того же 2015 года, когда сок считал, что это там CM, ARP, SOAR, ну или там плюс сансовская там команда там с тремя линиями, сейчас это уже по сути команда исследователей, вокруг которых там обвязка из много всего, да, и через там процессы Тредханта, и сок является одним из инструментов, которые может использовать там эта команда исследователей. Именно поэтому как раз вот то, что Иван говорил, я тоже присоединяюсь, что эта история очень дорогая. Ну вот, и действительно для небольших компаний, для средних, просто с точки зрения бизнеса, наверное, нет смысла в нее лезть. Commodity как продукт отличается от дешевизной, на самом деле, если посмотреть. Ну, тут, он должен быть дешевый, тут история, соответствует commodity. Тут история значительно сложнее, на самом деле. Пример с электрикой, с одной стороны, хороший, но с другой стороны, плохой. Потому что со времен Николая Тесла физика процесса выработки электричества, передачи по проводам, ну, как бы не сильно поменялась. 100 лет прошло, и там все точно так же бежит по проводам, по медным по одному, по алюминиевым по другому. И это ушло в ПТУ, где работает на текущий момент информационная безопасность, в IT-технологиях. Если бы 10 лет тому назад мне кто-нибудь рассказывал, что необходимо будет обеспечивать и расставлять мониторинги где-нибудь на голосовании, реализованном на блокчейне, я бы 10 лет назад не поверил бы. Вот. А это может сделать и большая компания, а это может сделать и маленькая компания. И эти цифровые технологии, которые шагают семимильными шагами... Техники сильно поменялись? В блокчейне ты, у тебя голосование или у тебя обычное на аппаратах, как бы урнах и так далее? У тебя же техники не же самые. Не поверишь, но тебе технологии все равно пришлось под них затачивать и по-другому продумывать механику. Ну... Меняется. Алексей. Ты хочешь сказать, что 30 лет все одно и то же? Да почти все то же самое. Примитивы в области Б, они остались. Там регистрация событий, как была в 80-х годах, корреляция тогда уже была. У ЕБА тогда уже была. И машинное обучение если мы говорим... 70 лет назад появилось. Если мы говорим о том, то, что да, машинное обучение появилось фиг знает когда, у ЕБА была, но только почему до сих пор не сделано. Это раз. Соберемся так же. Это раз. Будет ровно та же самая дискуссия. Подожди, вот в электрике все сделано, да. Это раз. И номер два, мы только что разговаривали о том, что когда мы говорим о тяжелых бизнес-процессах, кастомных, вот, там еще очень далеко даже до того, чтобы сделать это вручную с помощью аналитиков. Поэтому тут прям я не согласен о том, что все 30 лет одно и то же. На какой-то уровень высокой абстракции, да, как только опускаешься пониже, плохо все там. Слушайте, а все-таки правила будут стандартизированы высоко? Ну, то есть же Sigma, например, очень много на GIT опубликованных правил. Ну, то есть действительно нужны прям всем там сложные аналитики. Почему не разворачивать, не отвечайте все-таки на мой вопрос, почему не разворачивать сок по кнопке, отдать это в организацию, пусть она скачивает те правила, которые к ней применимы, и в принципе сок этот с ERP развернутый также из коробки будет генерить там некоторые алерты. ГОС же есть? 2 ГОСТа при регистрации событий по мониторингу, сейчас появится по реагированию, и будет у нас полный пакет, который потом кто-то автоматизирует, сертифицирует и будет предлагать как готовое решение. Кажется, все смешалось. Люди, кони, процессы, люди, образование и технологии. Как мне кажется, да, там, если смотреть с точки зрения просто технологической там, какой-то составляющей, ну, в принципе, для там, сока ну, никаких сложностей там, разворачиваться по там, кнопке где-то в облаках я не вижу там, каких-то прям глобальных сложностей. Тут вопрос в том, что как у вас внутри выстроен там, процесс вообще деплоя, да, там, и используете ли вы там, не знаю, там, практики инфраструктуры за код. Да, все можно, в принципе, загнать в код и разворачивать ту или иную машину из, там, как делается, например, там, в AWS, с помощью там,
ролей а-ля там Ansible, да, там, либо TensorFlow, да, там можно различные там примеры там, как бы, ну, смотреть. Вот. Другое дело, да, что ну окей, развернуть-то по кнопке это можно. Там события начали наливаться там, к вам в CM, там, начали отрабатывать правила, а кто на это все дело реагировать-то будет? И возможно, возможно, вот реагирование можно уже передать там, на какой-то аутсорс, то есть технологическая составляющая. На роботов. А? Роботы реагируют. На роботов. Да, и роботы, да, захватит весь мир. Вот. А, ну, Автореспонс, я имею в виду. Нет, если роботизация, да, там рассматривать, то опять же, как бы, что это за компания? Если эта компания, там, не знаю, у нее там в облаках уже там, 5-10 лет что-то, ну, образно, да, вот, то роботизацию переложить на эту компанию будет намного сложнее. Нужно будут люди, которые это будут делать. А если мы говорим, что это, там, не знаю, бизнес, он одновременно стартует там, с ИБ, да, ну, то есть это, конечно, будет намного проще, да, процессы описаны, процессы понятны, и каждому процессу можно уже там приделывать часть там ИБшную, в том числе, например, там, не знаю, какие-нибудь SAST, DAST анализы, и, возможно, там еще один пункт – это мониторинг приложения. То есть пока оно, например, не выйдет в продакшн до того момента, пока не будут применены там политики, там, например, СОКа, да, там, по аудиту, по там, набору определенных полей, вот, и там, возможность, например, роботизации того или иного реагирования в случае, если там будут появляться какие-то аномалии. Войно. Ну, то есть это просто другой уровень развития. Но тут, опять же, вопрос еще все равно упирается в людей, которые это будут все поддерживать, вот, и, собственно, с этим работать. Вот. Почему? Ну, про сок по кнопке, да, тут, если говорить про инфраструктуру сок по кнопке, это вполне себе реально, как бы, ну, у нас это практически реализовано, то есть у нас все крутится, там, начиная там, от ERP, заканчивая CM в Кубере, как бы, соответственно, машина разворачивается с Terraform, дальше Ansible разворачивается Кубер, дальше в GitLab кнопочка разворачивается как бы, ну, под, собственно, с прикладом. То есть это все работает. Инфраструктуру по кнопке как бы можно построить, но как бы никто не заменит аналитиков. Дальше теперь идем к правилам. Даже если у вас есть, там, не знаю, Sigma, где там несколько тысяч уже правил, есть какой-нибудь магазин, который там продает за деньги правила, ну вот, к сожалению, вот эта история, как бы выбери себе сам правило, которое ты считаешь нужным. То есть вот человек, который вот способен выбрать правила, которые как бы, ну, там, под инфраструктуру актуальны, это тот же самый человек по компетенциям и скиллам, который способен написать правила. Вот верить в эту историю, что там любой неквалифицированный человек, потом специалист, да, накликает в красивом интерфейсе галочек, как бы будут работать правила, они не будут фалсить и вообще ничего делать не нужно будет, это все, к сожалению, миф. Нет, ну, прям не совсем ничего не делать, но ведь есть идея с киберполигоном. Ну, где там запускают людей, которые реагируют. Почему бы не разворачивать в киберполигон вот этот сок по кнопке, там, наш, ваш, там, и обучать там людей как продукту. Ну, то есть, как пользоваться антивирусом или как пользоваться EDR-ом. И человек, наученный на этом продукте, имеет просто возможность, знает, откуда новые правила взять. И дальше уже там как-то развивается. Но эта история будет работать только, ну, она такая моновендорная, назовем так. Должна быть экосистема, построена на, как бы, ну, на там, компонентах одного вендора. То есть все проинтегрировано, контент пишет этот же вендор, ну тогда можно учить как бы аналитиков вот именно работе с этим продуктом. Ну, мы, собственно, мы эту историю пытаемся развивать, то есть мы помимо того, что сервис оказываем, еще и там, ну, помогаем строить соки. Но как бы у нас там, да, правило, мы строим соки исключительно на своей экосистеме, то есть мы там ARP на какую-нибудь другую заменить нельзя, CM на какую-нибудь другую заменить нельзя, потому что только вот в экосистеме работает то, как ты говоришь. То есть развернуть по кнопочке и работать с этим как с продуктом. Как только там начинаются какие-то замены, все это ломается. Ну, правила нужно и адаптировать. То есть в нашей практике там понятно, что есть некий набор, там множество правил, которые мы с заказчиками согласуем, там потом внедряем, но они каждый раз требуют допила именно под инфраструктуру. Ну и потом никто не отменял хантинга, да, то есть даже если гипотетически корреляционная база является там около идеальной, да, то есть там, в теории, да, то есть в любом случае есть процесс, который будет требовать достаточно глубокого погружения и понимания контекста и аналитического. Ну вот это же вопрос вариабельности параметров. Вот есть там системы в свою молодость, нифига себе. Я обучался системе антифрод одной, IntelliNX такая, и на тот момент она была конструктором. Ну то есть это был там некоторый набор там P
пяти, я не знаю, это можно было скорее фреймворком назвать, чем системой, то есть которая там инсталируется, и дальше она прикручивается к какому-то решению, там, банковскому приложению, например, или какому-то приложению, и дальше сам. Ну, то есть компании, которые помогали правила искать, это отдельный сервис. Ну, то есть ты можешь сам писать правила, если способен обучиться этой системе. Но знания достаточно глубокие нужны были. И SQL, и программирование, чтобы вообще пользоваться этой системой. Но она очень гибкая была. И здесь, кажется, вопрос степеней свободы просто. Мы как-то вводим, либо развернул по кнопке сок сам по себе как-то работает, либо совсем уж это, под капот там девелопинг там, сока с нуля. Ну, где-то должна же быть как-то... Почему не может быть золотой середины на самом деле? Да, сок развернулся сам, а дальше этот сок точно так же у тебя спрашивает для того, чтобы работать автоматически. Ты нам хочешь разбираться сам под капотом, либо давай-ка мы сейчас узнаем и дотюним те правила корреляции, которые ты у себя применяешь. То есть это просто следующий этап развития эволюции. Ну, то есть не надо там включать там правило, скачанное из Sigma, не читая документацию к нему. Да? Тогда по белому написано, а вот сюда внеси исключение. Вот тут вот должны быть твои DC-шники. Вот. Нет, если ты этого не сделал, то у тебя там хоп, там и DC-синк постоянно в инфраструктуре оно ловит. Ну, дочитай инструкцию, это номер раз. Вот, номер два, мы неизбежно к этому придем, и уже многие к этому двигаются для того, чтобы этот этап проходил как можно более автоматизированно. Вот. Вопрос действительно, тут вот ты отметил о том, что там должна быть какая-то определенная либо моновендорность, либо действительно стопроцентная шивка по протоколам и форматам взаимодействия, чтобы все одинаково понимали то, что да, вендор X у него одно класс решения, вендор Y у него другое решение, другого класса, и они должны друг с другом работать одинаково, с одинаковыми ожиданиями по качеству, а не так, что мы говорим то, что это... Не буду, ладно, опускаться в примеры. Потому что зачастую что происходит? Зачастую то, что решение вроде как позиционируется в одном классе решений, вот, а оно так постепенно заползает на другие полянки классов решений и пытается решать несвойственные им задачи. И когда вот пытаются именно стыковать друг с другом то, что не должно стыковаться, вот, тут и возникают все эти проблемы. Тут и появляется... Всем вендоров такое бывает? У всех, да, а у некоторых нет. Ну, давайте дополню. Мы, наверное, потихонечку убиваем интеграторский бизнес со сцены, да, потому что вот эта история про внедрение сока, тут интегратор там, проектирование, внедрение, опытная эксплуатация, там, год-два, да, я соглашусь с коллегами, как бы сок по кнопке разворачивается действительно по кнопке, особенно если это, ну, уже отработанная интегрированная инфраструктура, и, наверное, там, люди, которые занимаются инфраструктурой любого большого сока, могут поднять все, что нужно, либо по кнопке, либо руками дня за полтора-два, да. Тут проблема немножко в другом. Одна, про которую тактично забыли, это, собственно говоря, подключение источников. И если мы говорим о клиентах, то для некоторых клиентов само по себе подключение источников – это большая проблема. Им нужна прямо помощь, им нужно туда людей высылать, инженеров, администраторов, они сами не могут. И вот это по кнопке вообще никак не автоматизируется. А другая история как раз вот заключается в правилах. Действительно, есть большой набор правил, там, Sigma, вендорских и все такое прочее. Но мы, честно говоря, ни разу не видели, чтобы можно было взять вот это готовое правило, оно фигак заработало у тебя в инфре, да, все требует адаптации. Все требует переработки под твою модель данных, под твою специфику, под инфраструктуру заказчика, там всякие референс-листы, тыдым. Любое... Все-таки адаптировать-то проще, чем с нуля пилить и все. Ну, давай. Не всегда. Ну, давай по чесноку, ведь с нуля же мало кто... Не убивай интеграторский бизнес, Дим, не закапывай. Ни один программист не разрабатывает программу, как это, находясь в DAO и не посмотрев ни на один кусок кода. Безусловно, весь этот массив правил, он используется... Ну, согласен, здесь есть баланс. Я пытался чужой код читать. И зачастую переписывал его с нуля. Интеграторский бизнес – это признак неразвитого рынка. В мире нет интеграторов. Там все делают вендора, как правило, внедряют свои продукты, интегрируют с коннекторами и так далее. Так мы же к этому идем. Вот у коллег у всех есть линейки, появляются свои CM-ы. Они потихоньку начинают вытеснять провайдеров сервисных с этого рынка. Мы развиваемся в эту сторону. Я еще не согласен, кстати, с историей по поводу подключения источников. Это в большинстве случаев история, связанная с бюрократией и особенностью взаимодействия ИБ и IT в конкретной компании. Если
там ну, существуют процедуры, которые это регламентируют. Если там есть взаимное понимание, а самое главное, есть действительно желание подключить что-то к мониторингу, то это делается прям очень быстро. А если мы говорим о автоматическом подключении, то для меня это вообще мечта. То есть вот заиметь такой фреймворк, ты такой пришел, он говорит, учетку дадите? Нет, не дадим. Запустите файлик, ты там сдампил на машине что-нибудь, вот, и дальше по всей инфраструктуре пошел сам подключать источник. Я могу просто тебе сказать, что у нас такое есть, значит, там даже можно, знаешь, ключик в реестре вот этот вот введите, и все дальше началось само. Нет, а там вот чтоб external blue, и пошли дальше по всей инфраструктуре. Это нет, такого нельзя. Могли бы. Ну, про подключение источников откомментирую. Тут полностью с Алексеем согласен, что проблемы обычно не технические, проблемы больше бюрократические, незрелость процессов. То есть иногда неделями ждешь, что там IT-служба заказчика какой-нибудь порт просто один откроет на фаерволе. И вот все упирается в это. Ты неделю ждешь, пока там тебе, не знаю, порт 514 откроет. Поэтому вариант Леши неплохо может сработать. При этом у тебя в соке уже может быть нужная учетка. Вот к этому несчастному сетевому устройству, на котором тебе надо порт открыть. И это прям беда. И сейчас плавно зашел разговор автоматом о автоматическом реагировании, которое вообще мало где реализовано. И особенно в аутсорсинговых соках, которые ограничиваются тем, что шлют уведомления, рекомендации, сделайте вот так, и тогда наступит вам счастье. А поскольку конфликт внутри никто, собственно, не разруливает между IT и B, никто это не внедряет, в итоге сок превращается в вот, обычный лог-менеджмент и все. Да, автореспонс, кажется, большая проблема. Отсутствие автореспонс – большая проблема. И, кажется, нужно идти в сторону. Это же не авто, просто респонс. Отсутствие респонс – это вообще, да, это очень большая проблема. А автореспонс – это, наверное, тогда будущее. И... Да, наверное, закрывая тему с кнопкой, я бы так сказал, что для бизнеса и в случае провайдеров сервисных для клиентов – должно выглядеть все максимально просто. То есть есть примеры хороших и брендов, и в том числе и EBS-сервисов, да, которые представляют почти такую одноклеточную, значит, интерфейс в сторону заказчика, делая при этом очень много квалифицированной, кастомной, там, ручной работы в том числе. И вот в этом и заключается, наверное, такое, можно сказать, большой челлендж, да, для сервис-провайдеров в области СОКа и вообще экспертных ИБ-сервисов, чтобы для клиентов дать такой сервис. Это хорошо. Коллеги, слушайте, спасибо вам большое. У нас на самом деле вышло время, мы много не успели обсудить. С вами можно разговаривать бесконечно. Спасибо огромное, что вы присоединились сегодня. Ну, мне реально было интересно. Спасибо вам.